Вы смотрите мою реакцию, на реакцию Стаса Ай как просто, на реакцию Ежи Сармата, на дебаты, а нет, не дебаты, разговор Стаса Ай как просто с Русланом Сайбабзира. А сейчас танцуем. Да, это видео залито на канал Обломов Стрим, то есть тут у нас комбинация как бы Обломов и вот Стас Ай как просто. Я вообще не знал долгое время, кто такой Стас Ай как просто. Мне в какой-то момент скинули обзор Ежа на дебаты Стаса с Русланом Сайбабзира. Вот. Я все равно не знаю, кто такой Стас Ай как просто, потому что я эти дебаты пролистал. Но сейчас, прямо перед началом стрима, вот буквально вот тютелька в тютельку, мне скинули, скинули вот этот обзор на обзор. Я даже не знаю, что сказать на эту тему-то. Так, ну что ж, стрим Стаса Ай как просто растоптал Ежи Сармата. Смеялся до слез. Чего, блядь? Выражение тоски. Ну, справедливости ради хочу сказать, что когда я в первый раз увидел Ежи Сармата, у меня такая же реакция была. Даже по шуму завода. Оксимирон, блядь. Заводской рабочий, блядь, тоскует нахуй по предприятию, собирающего телевизоры Рубин, блядь, или что? Я так понимаю, что это ответ на мысль Карлана по поводу того, что современная музыка – это знак того, что молодежь танцует, тоскует по звуку работающего завода. То есть вот дабстеп, вот этот лязгающий. Прогрессивный металл, всякие такие вещи. Это звук завода. И, соответственно, минусы в треках Оксимирона, я так понимаю, они о том же. Эту альбом сделал, ты чё, ежики? Пока что протягиваете, хорошо протягиваете. Я только за. Отличная аудитория, серьезно. Виден и моток, нитяный комок. И не ситцевый платок, перекати поле гонит с неба ветерок, все переплетено. Осьмичок, пудовичок. Но не предопределено. Ты че тупой мутак? Ты же это только что зачитал. Блять, ты что читать как даун. Не ведись на эту. Как будто, блять, первоклассника заставили читать по слогам, знаете. Вот как выглядит вот этот вот, блядь, сверхмозг. Ебучий карлик, блядь, который постоянно обсирается. Бля, там пикчи с Бибой. Серьезно? Он такую хуйню выкладывает с Савельевым, блядь. Это настоящее фото? Да, это настоящее фото, чувак. Реально такой ебан? Да, это настоящий фото. Ебать! Что-то опущенец какой-то, блядь. Тут тонкими сигаретами, блядь, не отделаешься. О, фото с Хованским. Милош-пухляш! Ой-ой-ой-ой-ой! Прямо, знаете, так вот взять его за... Ручечки вот эти вот его пухленькие, так тю-тю-тю, я бы прям вот, блядь, какой же он милаш. Не, ну, конечно, карлик, он просто пиздец. Блядь, толстый карлик, это так мило. Толстый карлик-философ со 150 учеными степенями, блядь, просто гениально, блядь. Унизил 150 степенями, короче. Че за долбоебом надо быть, чтобы как бы 150 степеней иметь? Там две кандидатские и так далее. Можешь критиковать техноблогера. Стас Ай как просто, он же, по-моему, там на Ютубе Apple какие-то рекламирует или что-то в этом роде.
Ну, типа, да, это техноблогер, типа, как Айтипедия. Их никнеймы просто на Ай начинаются у обоих двух. Поэтому я думаю, что это яблочники. Я даже не знаю, ёбаный в рот, я же реально же сам такой тупой, просто тупорогий, блядь, кретин. Раз, раз, два, три. Так, все, я настроил звук. Эхо. Мы эхо. Все, сейчас вроде все должно быть нормально. Кстати, он не так похож на Кузьму. Итак, друзья, у нас сегодня просто замечательный, вот вы не поверите, просто невероятный, невероятный стрим будет. Я понимаю, что вы имеете в виду, когда говорите, что он похож на Кузьму, но типа у них просто форма лица похожая и одинаковая борода абсолютно. Ну, если это считается бородой. Скраф это по-английски называется, не знаю, как это по-русски. Щетина, не щетина. Технари опять выебали гуманитариев. Да. Я сейчас все настрою, я вам расскажу, потому что сегодня мы будем с вами отсматривать просто невероятного, невероятный материал. У нас сегодня в гостях будет просто невероятный человек. Я, правда, не знаю, видео, которое мы сегодня должны посмотреть, оно идет 3 часа. Я не знаю, как это вынести, в принципе, но мы посмотрим. Нет, это не магия. Он похож на Кузьму, кстати, в той же степени, что на вертолета. То есть это в чате правильно написали: ребенок Кузьмы с вертолетом. Или вертолета с Кузьмой. У нас сегодня будет нечто другое. Так. Надбровные дуги, конечно, большие. Тут даже не столько надбровные дуги, сколько глаза глубоко посажены. Это плохо вообще. Достаточно. Собственно говоря, сегодня, наверное, вам стоит рассказать небольшую предысторию, которую... Ну, вон, кстати, iMac на заднем плане. Не, ну машина-то хорошая, iMac на самом деле. То есть они долго достаточно пашут. Я пользовался iMac'ом очень долгое время. предшествует тому, что я, в принципе, решил вот этот ролик обозреть. Давайте я вам расскажу. Почему плохо? Ну, глубоко посаженные глаза, мало места под мозг. То есть, как бы все очень просто, на самом деле. Это как бы в черепе выемка гигантская такая. Глубоко посаженные глаза, это значит глубоко посаженные глазницы. Чисто физически, как бы места мало. И после этого мы с вами приступаем, соответственно. Где-то год назад все начали мне постоянно там спрашивать про какого-то Еджи Сарамата, блять, ну типа, чувак, говорят, посмотри, мол, чел вот этот вот Ежи на Твиче делает просто охуительные ролики по философии, а тебе же нравится типа философия, он делает какие-то разборы интересные. Он мне говорит, посмотри, я, ну, зашел на канал, честно, посмотрел, и мне что-то, ну, просто мне показалось не особенно интересно. Ребят, на донаты я отвечать не буду, я сразу вас предупреждаю, я на донаты отвечать буду потом, после стрима. Неправильный подход, надо сразу. Стрим написал где-то 4 месяца назад. Я тогда в армию собирался уходить. Ну вот, теперь я... Чувак, нажми, блядь, галочку в OBS, это скипнется. Ты сам только что сказал, не отвечаешь на донаты. Нахуя ты их полностью прослушиваешь тогда сразу? Почему бы тебе просто в конце стрима не включить этот алерт? Не выключить его и не включить потом, как Хованский это делает, например? Почему я, как бы, с учеными степенями в философии, лингвистике и, блядь, литературоведении должен объяснять техноблогеру, как УБСом, блядь, пользоваться? Технарь 100 рублей, сосать гуманитарии. Да. Я вижу, пиздец. Гейм, я отвечу на все стримы только после. Сейчас вы, кто-то из вас будет донатить, я буду игнорировать. Итак, Чувак, блядь, кнопку нажми, блядь, игнорировать. Это я не игнорирую, поэтому у меня все норм. Типа, как бы, вот человек с никнеймом «Мой вождь» задонатил с нехорошим словосочетанием 100 рублей. Спасибо за 100 рублей, я не одобряю ксенофобскую риторику. Отрицательно отношусь. Соответственно, и вот
ежи, который... Звучит правдеподобно. Я в это верю. Господи, и вот ежи, которого считают прям вот... Таких... Я не хочу показаться чижом, да, чиж Нью-Йорком, но отключи донаты, серьезно. Вы знаете, философом охуительным, то есть он... Да, я понимаю, тебе нравилась философия, пока ты ее не начал изучать, внезапно забомбило, когда вот немного обжегся об интеллектуальный контент. Но образование штука травматическая на самом деле. То есть, когда начинаешь чуть-чуть мудреть, набираться мудрости, становится больно. Да, это болезненный процесс. Когда к тебе подходит какой-то сраный Сократ и спрашивает, ты говоришь, ты знаешь, что такое добродетель? А что такое добродетель, блядь, объясни мне. И ты такой, и Сократ, вот, малолетний хуесос. Это неприятно, но философия она такая. Поставлю сейчас озвучку донатов от... В принципе, поставлю возможность донатить от 1000 рублей, чтобы сейчас этого не было, потому что мне лень все это в ВБС убирать. Так вот. Стас, в ВБС это убирается вот так. Смотри сейчас на мою вебку. Смотри. Сейчас смотри на окно, с вот где ты. Да? Ай, как просто. И мне, собственно говоря, один чел в паблике писал длиннющую критику. Он написал полную хуйню, но, в принципе, эта критика, она была, ну, написана хотя бы грамотно, может быть, вы видели. Так, сейчас, основные оповещения, сбор средств, во. Голосование, оповещения. Сука, ну как вот, ну, неудобно сделано, я постоянно, вот, страница отправки сообщений. Все, я поставил. Либо можете задонатить 1000 казахстанских тенге. Все. Ну, я даже не знаю. Теперь можно... Начало охуенное. Нормально. Ты остановился на том, что тебе про философию было интересно. Продолжай. Нормально все это обмусоливать. Вот. В общем-то говоря, и чел вот этот вот, у него ник в паблике Max Power, ник у него PrintSin. И я, собственно говоря, послушал. И там такой, ну, точнее, почитал. Критика его была написана достаточно грамотно именно с точки зрения орфографии и пунктуации. И я подумал, наверное, чел что-то отдельное. И он постоянно мне писал про этого. Вот, типа, ты сходи на стрим к Еже Сармату, он тебя разъебет. Типа, это, блядь, такой невероятный интеллектуал. И сегодня я просыпаюсь, и мне что-то в предложке скинули видео, где Еже Сармат смотрит мои почему-то дебаты. Я не знаю, почему это назвали дебатами. Это был просто совместный стрим с Русланом Соколовским. Я предлагаю вам вместе посмотреть это просто невероятно. К нам скипнули. В общем, люди были недовольны, и они закидали меня деньгами, чтобы мы смотрели эти дебаты. Ролик называется «Ватный ай как просто» в кавычках и «Айтипедия у Соколовского на стриме», что бы это ни значило. Двухчасовое видео, даже длиннее. 2 часа 19 минут 14 секунд. Так что, господа, сейчас мы погрузимся с вами в дивный мир. Ой. И Бабталова. Не благодарить. Ну, то есть вы понимаете, что сейчас происходит. Вы смотрите мою реакцию на реакцию Стаса «Ай, как просто». На реакцию Ежи Сармата, на дебаты, не дебаты, разговор Стаса «Ай, как просто» с Русланом Сайбабзира. Вот, такие дела. А сейчас танцуем. Понимаете, уже концепция заключается в том, что человек... Так что нет, паук прав, блядь, идите нахуй,
все правильно. Донаты скипнуть очень просто, достаточно галочку нажать. Платят деньги за то, чтобы он смотрел какие-то ролики и комментировал их. То есть здесь нам, ну, я считаю, что если человеку за это платят, и, как я понимаю, деньги немалые, то он должен, ну, наверное, выдавать какую-то здравую точку зрения. То есть... Например, быть коммунистом. Это должна быть какая-то оценка, ну, я не знаю, к примеру, политическая, философская, еще... Например, быть коммунистом. Еще что-то. Хорошо, если вы так просите, я поставлю скорость 1.25. Ну, я думаю, что ну, за донаты, тем более я смотрю здесь донаты по 13 тысяч рублей. Думаю, это не разовый, но все равно. Я думаю, это что-то прям должно бы сейчас быть очень важное. Есть один вопрос очень хороший, который я тебе хочу задать, на самом деле, уже 3 года. Да, вот мы сейчас, прямо сейчас начинаем трансляцию, так что у тебя появляется возможность... Кстати, я зайду на твой канал. Кстати, Сайбапталов, по-моему, согласился на дискуссию с Михаилом Утопианом. На это я бы посмотрел, как бы. Я надеюсь, Михаил ему предъявит за то, что Сайбапталов поляков в Холокосте обвиняет. А, это отсылка Ежи на ролик Сайбапталова, вот, в котором тот перепутал нацизм и национализм. Ну, как перепутал? То есть, было видно, что Соколовский, извините, я буду называть все-таки Соколовский, что Соколовский совершенно не понимает даже разницы между этими понятиями. Ну, окей. Ну, в видео про Польшу там проблема была не в том, что он не понимает разницу между национализмом и нацизмом. Проблема в том, что он не понимает... Проблема в том, что... Видео про Польшу, ситуация с, например, Освенцимом была описана Соколовским, как поляки помогали нацистам строить лагеря смерти. Понимаешь? То есть... Идея отличная. Так. Привет, друзья. Нет, не там, где вторая буква А. Это не то слово. Марго, не тупи, 100 рублей. Не-не-не, это не угомоняется. Так, знаток. Блять, стримлю регулярно. Захват браузер Source в OBS захватывает только саму гифку с донатом, но текст не озвучивает. Звук добавляется отдельно через настройки аудио MIDI. Туториалов куча на YouTube, а ScreenFlow также позволяет писать звук системы только после установки отдельного текста драйвера. Неправда. Ты, видимо, очень давно пользовался ScreenFlow. Ты дурак. А тут надбровные дуги тебя подвели твои. Чувак, не пизди. Никакого драйвера специального я не устанавливал. Звук ScreenFlow пишет системный отлично. И значительно лучше, чем, кстати, Camtasia. И с микрофона, блядь, качество отличное. И системный, про все заебись. ScreenFlow отличный, ты дурачок просто. Просто ты когда-то давным-давно запустил какую-то из этих программ, что-то там, блядь, для себя почерпнул, и сейчас пытаешься своим охуительным жизненным опытом что-то вывести в дискуссии. За 100 рублей, конечно, безумно, я тебе благодарен, но проблема в том, что то, что захват браузер Source в BS захватывает только саму гифку с донатом, да, текст не озвучивает, это все хуйня. Это не отменяет того факта, что любой Source можно отключить, нажав, блядь, на галочку. Куда галочка-то девается, блядь, чувак, на маке? Нажимаешь ее, блядь, все исчезает. Все, пока. Все очень просто. Source, блядь, убираешь, все. Это первый момент. Второй момент. Кто тебе сказал, что iCac просто стримит с Мака? Мак у него за спиной. У него, конечно, может быть два, блядь, iMac, с которого он садится, одного стримит, а другой у него сзади для антуража. Ну, что-то я сомневаюсь. Коловский, сегодня у меня в гостях iCac просто. Мы наконец-то выбрались вместе вдвоем на стрим. И мудаком надо быть, чтобы себе, блядь, псевдоним взять iCac просто. Ну, это еже ты зря начал засирать человека за псевдоним. Чё-то ты какое-то быдло. Блять, охуеть. Прошла минута стрима, меня нахуй слили. Блять, еже, это же просто... Мудаком надо быть, чтобы взять себе псевдоним, а как просто. Бля, мудаком надо быть, чтобы взять себе псевдоним Тарантино. Это ж типа фамилия там отца твоего, который тебя из семьи ушел. Чё, блять? Просто...
Ну, если бы я... Не, ну, если бы ты взял псевдоним Тарантино, то да, в принципе... Или я, например, внезапно. Блядь, человек меня... Блядь, Ежи. Вот, респект. Грамотно слил пидораса. Бля, я не одобряю гомофобию. Отрицательно отношусь к гомофобии. Это очень плохо, и таких слов применять нельзя. Просто, я не знаю, меня еще так никогда не сливали. Это... И вообще, этот человек сам про себя сказал, не знаю зачем. Слушайте, ну не зря у человека там сколько, 10 ученых степеней, у него же регалии очень серьезные. Блять, просто по фактам разъебал, блять. Пиздец. Я не знаю, ну, как... Быстро... Это и есть то самое слово. Ну, за 100 рублей спасибо. Обращаю внимание, это не N-word. Это слово означает жадный. Переводится с английского. Скупой. Жить. А на Ежи Сармат тоже не бог весь что, но там у меня просто времени не было. Мне нужно было срочно выдумывать псевдоним, потому что... Ну, блядь, времени, у тебя же времени нет, ты же работаешь, у тебя времени как бы дохуя. Меня забивали в эту турнирную, значит, как эта хуйня называется. Ну, в общем, МДФМ, RJ-ская. Спасибо, Покстеп, за покупку майки Паук. Спасибо. Что там еще? Секунду. О, он купил одну майку паонг и одну кружку паонг. Спасибо, спасибо. О, наконец-то начали покупать. Надо чаще распродажи устраивать. Напоминаем, что скидка на мерч 25%. Спешите. Вот это вот расписание. И сказали, что типа, ну, как бы не может быть длинного имя и фамилии, иначе ты не поместишься, как бы, в эту самую, в маленькое окошко. Меня просто в эту самую забивали, в маленькое окошко, блять. О чем? О чем ты вообще, брат? Таня, то есть нужно какой-то короткий псевдоним. И я такой, типа, ну, Сармат, еще что-нибудь такое. А имя какое? Я не знаю, ну, блять, какое-то польское короткое из трех букв. Где же Сармат, пускай будет. А че не Ли? Там. Ли Хон, например. Ну, почему не китайское, например? Тоже бы хорошо звучало. То есть я на вскидку. Ли Хон, да, хорошо. Так, надо теги проставить, кстати. ЛГБТК. Апдейт. Как много всего. Марго, не тупи. 100 рублей. Потому что я и есть Стас Ай. Как просто. И я охуеваю от того, что ты говоришь про Мак сейчас. Бля. Скринфлоу пишет системный звук без каких бы то ни было сторонних драйверов. Я точно тебе говорю, что он это делает, потому что я на своем макбуке при помощи скринфлоу писал вообще все подряд. Все. Никаких, блядь, специальных драйверов я не устанавливал. Мне слишком было как бы на это насрать, чтобы этим заебываться. Скринфлоу пишет охуенно, блядь, любые звуки, хоть, блядь, системные, хоть, блядь, пиздемные, нахуй. То есть, про скринфлоу ты глупости, как бы, говоришь полнейшую. Первый момент. Второй момент. Драйверы-хуяйверы. В OBS галочку нажимаешь, донат скипается, все очень просто. То есть, опять-таки, неважно, через что там ты выводишь, блядь, и так далее. За английский аналог слова зануда могут забанить? Зануда? А, понятно. Да вряд ли, он не так сильно похож на N-word, понимаешь, в чем дело? Зануда. Скорее не зануда, а это, как называется, нытик правильнее. Скидку буквально вот это выдумал быстренько. Но тут человек... Скидки нет на мерч? Блять, что за хуйня? Она 3 недели должна держаться была. Ну-ка, сейчас посмотрим. Бля, это важно, надо сейчас проверю, пойду. Так. Ай, бля, сейчас, секунду. Пойду проверять. Это надо, блять, определить.
Где эта хуйня? Бля, реально. Так. Бля, что-то она, короче, не знаю. Было написано, что она 3 недели будет длиться, а она продлилась как бы 1.5 дня, блядь, и закончилась. Хуйня какая-то. Ладно. Человек, наверное, он как-то серьезно подходил к этому. То есть, наверное, он не был ограничен по времени, и он придумал себе псевдоним. Ай, как просто. Охуенно. На моем канале. Ну, Ежи, как человеку, который не любит вникать в контекст, я, наверное... Эй, шахи, твой священный чистый лик, вдруг казарит в этот миг. Спасибо, Слоуладин, за подписку. Ты первая подписка. Наверное, поясню. Это была, ну, можно так сказать, аналогия со всеми вот этими вот i-гаджетами, да, то есть iPhone, iPad, ну, iTV мы тогда думали, что он будет называться. И, собственно говоря, поскольку канал у меня посвящен технологиям, а о технологиях я пытался рассказывать максимально понятным языком, я решил, что i как просто будет... Ну, бывает хуже. Бывает, когда человек делает обзоры, юмористические обзоры, и называет себя Bad Comedian, например. А потом слишком поздно поменять никнейм. Достаточно хорошим названием, но что самое главное, оно запоминающееся, да? То есть я понимаю, что нужен максимально короткий ник, типа Ежесарафан. Бля, долбоёба, хватит срать мне в личку на Твиче, я не буду ничего читать, там, блядь, 5 человек мне написало, всё, мне, я не буду это даже прочекать во время стрима. Еже... Самарканд, там, я не знаю, какие вот великолепные просто ники, но мне показалось, что он вполне неплохой. И я до сих пор считаю, ай как просто, это одно из тех названий, ну, которые я считаю, что мне, в принципе, удались, в отличие от всех остальных. Сегодня мы много всего обсудим. Мы выпустили друг по другу несколько роликов. Я сделал про ай как просто суммарно 3 ролика, из которых 1 положительный и 2 негативных. Do you want to learn to draw and create amazing artwork that will wow everyone around you? Right now, now. Есть такая штука, Adblock называется, чувак. Стас вышел про меня там серия роликов, 3 или 4, я уже точно не помню, я из них видел 3. Так что мы сегодня обсудим эти ролики, обсудим конфликт, обсудим коммунизм, обсудим либертарианство. О, коммунизм. Кстати, у этого ролика почти 500 000 просмотров и 15 тысяч лайков, так что я не знаю, что вам не нравится, как бы, по-моему, топ-контент мы сейчас будем смотреть. Нет, топ-контент мы сейчас будем смотреть. Кстати, Сайбапталов, он связан с МДФМ, он там эфирил и даже выводил маргинала. Я, кстати, не уверен, что он выводил меня на МДФМ, может быть, это было на радио, которое Вова Золотой запилил на несколько недель, и оно развалилось, блядь, нахуй, то есть это тоже имело место. То есть Соколовский точно там был, и там он точно меня выводил. Я не помню, выводил ли он меня именно на МДФМ. Так, Бибон 100 рублей. Твой скринфлоу писал звуки, потому что они шли из динамиков. Соси бибу, быдло. Да, чувак, посмотри записи эфиров с МДФМ. Да, там из динамиков все записано. Хуили 100 рублей, Стас Древолаз. Спасибо. Выводил маргинала куда? Пописать или что? В каком плане выводил? Просто, который мне хочет задать, будет... Да, пописать. Поднимал так, и струя маргинала, она, короче, обдавала всех. У меня много всего, возможно, скучно-политического, а вот Стас говорит, что у него какие-то прям интереснейшие вопросы. Мне прежде всего очень превью понравилось, Руслан. Ты да, мастер пилотей с фотошопом, я бы хотел отметить этот твой талант. Я стараюсь. Мы до начала стрима, сейчас, секунду, мне нужно кое-что взять, буквально секунду. До начала стрима мы с Русланом определились, что мы будем... Опять-таки, что мы видели сейчас? Мы видели петушиное стримерское кресло. Блять, сука, второй раз слил, блять, кресло петушиное. Пиздец, блять, Ежи, какой интеллект. У человека, между прочим, 10 ученых степеней, а он с профессором Савельевым общается... Просто совершенно вот, ну, вот на ты с великим профессором Савельевым. Между прочим, Савельеву потребовалось всего 7 дней, чтобы сотворить мир.
Ну как? Бля, тогда... я уже слит. То, что канал мне придется удалить, это понятно. Блять, сперва разъебал меня за глупый ник, теперь еще за кресло, пиздец. Что же будет дальше? Выбирать патент. Твое лицо, когда купил кресло, хуй пойми за сколько денег. Тему. Стадный инстинкт. Обсудили одну тему и обсуждаем следующую и по очереди. Сейчас. Вот, ну как бы, то есть чтобы это не было, было именно обоюду острой такой дискуссии. Руслан, помнишь? Я начну, да? Да, начинай без проблем. Как никак в гостях. Спасибо большое, это очень вежливо с твоей стороны. Бери сабмод на канал, подписывайся, блять. А помнишь, в 2015 году у тебя был конфликт с Анимагией? Да, прекрасно помню. Там еще был такой был... странный толстый товарищ Шир, или как его там, я не помню уже. Нет, ну это, короче, не суть. Очень интересный там момент был, когда... Так, тонкие женские сигареты. Все, блять, я разъебан. Вот это уже все, просто финал. Блять. Пиздец, ребята. Меня еще никогда так не унижали. Блять, еже, вот это критика, ебаный, блять, Белинский, пресвятой Белинский, блять, пресвятой Ларин просто. Бля, в одном предложении Ларина с Белинским употребить. Блять, тонкие сигареты. Так вот, в чем вся проблема была. Меня разъебал, но, ребят, справедливости ради. Разъебал меня, между прочим, не абы кто, а человек с десятью философскими степенями. Блять, просто по факту, ну за сигареты, блять, никто не заметил. Я так не пришел на стрим, это был еще не твой конфликт. По-моему, это какой-то не очень гетеронормативный коммунист. Кстати, фенотипически он похож на Кузьму. Ну, а ты фенотипически похож на карлика ебаного. Давай. Мы будем не констатировать факты, а разбирать. Тебе же, блять, за донатили не за то, чтобы ты смотрел, кто на кого похож. Ну, вообще, как бы ему донатит именно на это. Это был конфликт именно Ларина. Ларин на стрим с Анимагией не пошел, а вот ты пришел на него. И там был один момент, который меня очень смутил. И для того, чтобы мы с тобой сегодня могли дискутировать более структурированно, нам нужно его с тобой сразу уяснить. На этом стриме тебе задали вопрос. Ну, поскольку ты постоянно говорил, что Анимагия использует подмену понятий, повторял это каждую минуту, они тебе задали вопрос: Руслан, а что такое подмена понятий? И тогда ты не смог ответить. И у меня резонный вопрос. Ты знаешь теперь, что такое, ну, подмена понятий? Если да, то мог бы ты, ну, вкратце сформулировать? Вот сейчас важно, что подразумевается под вопросом. Знаешь ли ты, что такое? И вставьте абстрактное понятие, что. Определение этого. Знаешь ли ты, что такое справедливость? Вот что подразумевается под вопросом? Какой ответ ожидает вопрошающий, как вы думаете? Вообще, вопрос дефиниции очень важен. И на самом деле, то, как мы прямо сейчас с тобой зададим эту дефиницию, может просто-напросто взять и задать план всей дискуссии, потому что... Так, пока что Сайбабзира отвечает правильно. Дефиниции задают тон дискуссии. Даже не столько тон, сколько вообще всю ее направленность. Потому что от дефиниции зависит то, что потом будет происходить в дискуссии. То есть, еще и дефиниции нужны, чтобы в самом начале дискуссии определиться с тем, одинаково ли вы примерно используете термины, которые вы используете. Что идет дальше? В итоге можно назвать подменой понятий все, что угодно при желании. Я уверен, что... Все, что угодно, можно назвать всем, чем угодно. Абсолютно. То есть в этом плане подмена понятий не одинока. То тогда, в 2015 году, со всем своим юношеским максимализмом, я просто затыкал им рот этой самой подменой понятий и просто называл так любой их аргумент. И, хорошо, но ты можешь сейчас... На данный момент я тебе объясню, что это. Я считаю, что сейчас подмена понятий — это в первую очередь то, что это та аналогия, которую пытаются выдать за аргумент. Интересная интерпретация. Если бы... Руслан развил эту идею, было бы очень любопытно, что он имеет в виду. Я такого не слышал. Но это интересно. Довольно круто, на самом деле. Подмена понятий, когда аналогию выдают за аргумент.
Хм. Неплохое определение, между прочим. А, то есть зачастую люди приводят какую-то красивую метафору. Ты уводишь, есть конкретно. А, он собирался развить это определение, но ему не дали. Это определение, подмена понятия, оно... Есть конкретное определение. Начинается. Марго, не тупи, 100 рублей. В общем, мне пора откланяться. Приглашаю тебя в гости на стрим. Поугараем. Удачи и терпения досмотреть эту хуйню. Окей. Поугараем. Спасибо. За деньги. Хорошо, пробуйте самого. Ты меня... Да, Сыбапталов дискутирует, блядь, с саентологом. У этого слова есть конкретное определение из словаря Хаббарда, блядь. Просьба придерживаться этого определения. Причем здесь вообще саентология, возможно, я, ну, в какой-то контекст не... Эй, шахи, твой священный чистый лик, вдруг улыбка озарит в этот миг. Спасибо, злой еврей, за подписку. Да, причем тут саентология. Ну, в принципе, можно понять, почему он этого не понял, на самом деле. Вникаю, ну, блядь, при чем тут вообще саентология? Я, может быть, не на Кузьму похож, а на Тома Круза или к чему это? Это к тому, что определение слов, они условные. То есть их выдает некий авторитет. Словарь Ожегова, например. Следовать тому, что написано в словаре Ожегова, не обязательно. Эй, шахи, твой священный чистый лик. Спасибо, Ежи Унигет. Меньше, чем три. Ежи действительно меньше, чем три. Спасибо, Унигет, за Prime подписку. Ты с нами второй месяц. За отличная дискуссия впереди нас ждет. Все, что я понимаю, под моими понятиями. Ну какая разница, что ты понимаешь? Есть общий признак? Безусловно, я... очень важно, да, что я понимаю. Да, блядь, конвенционально признанное определение, которое никто не знает. Потому что мы с тобой сейчас можем узнать, как ты это понимаешь, как я это... Отличная дискуссия, как бы доебываться просто до слов. Понимаю. Отличная дискуссия, доебываться, как кто-то доебывается до слов. Просто, блядь, гениально. Ежес Аромат, просто, блядь, интеллектуальный бог, грамотно сливает двух пидорасов. Отрицательно отношусь к гомофобии и подобному дискриминативному вокабулярному аппарату. Это все очень плохо. Вообще в шоке. Ежи, вы, блядь, просто гений. Не зря пять философов. Это вас, наверное, учили на факультете философии. В итоге прийти либо к общему определению, либо остаться при своих. Я же считаю, что подмена понятия — это просто использование аналогии, которая в итоге ни к чему не приводит, потому что аналогия... То есть некорректная аналогия, грубо говоря. И не... Вы поняли, блядь, Ежи Сарамат, человек пять ученых философских степеней, ёбаный карлик к тому же, то есть... Извините, я еще раз этот шедевр заслушаю, потому что... До слов. Понимаю, и в итоге прийти либо к общему определению, либо остаться при своих. Я же считаю, что подмена понятия — это просто использование аналогии, которая в итоге ни к чему не приводит, потому что аналогия... То есть некорректная аналогия. То есть подмена понятия — это, блядь, некорректная аналогия. Понимаете? Да, чё бы и нет. Понимаете, да? Это просто, блядь, гениально. Чё-то срочно? Окей. И не является аргументами. Нет. Сейчас совок откроет как бы Википедию, скажешь: нет, а вот в Википедии написано не так. То есть, понимаете, да? А нахуй еще люди придумали вот определение? Зачем, ну, как-то общаться? Вот зачем производить, к примеру, подложку из кремния, если можно ее, блядь, я не знаю, там, из какого-нибудь другого элемента химической таблицы Менделеева сделать? Если ты будешь слово кремний неправильно употреблять, кремний не перестанет быть кремнием. Подложка, она... Подложка из кремния останется подложкой из кремния. Что бы это, блядь, не означало вообще, в принципе. Покстеп, 100 рублей. Кстати, Маргоша, вот у меня в унике философия началась. Преподесса пизданула, что согласно философии Сократа, основным свойством личности является совершение соцзначимых поступков. Типа всем помогать, что-то полезное создавать для других и так далее. Так оно и есть, или что-то тут не так? Тут дело даже не в Сократе, а в греках.
То есть для грека было очень важно быть частью полиса. Когда ты жил отдельно и не занимался социально значимыми вещами, не занимался политикой, ты назывался идиот, то есть обособленный. Идиот, значит, отдельный, обособленный. Вот. Но из того, какие семантические преобразования претерпело слово «идиот», ты понимаешь, что, в общем-то, идиотом даже тогда, когда это не означало отсутствие умственных способностей, быть было плохо. Да, нахуя? Вот ты говоришь, принеси мне кремний, тебе приносят кому-то другое. Ежесопромат, извините, не могу запомнить. Ну, да, очевидно, когда человек учит иностранный язык, или не иностранный, а первый свой родной язык, например, он же, блядь, словарь открывает и учит список определений, язык же так, бля, работает. То есть, ребенку даешь словарь, бля, Ожегова, он по-русски начинает говорить. Да. А иначе без определений, как он поймет, что кремний это кремний? Он же тебе, блядь, глину с калом принесет иначе. Помнить ник очень сложный. А ежесопромат, когда приходит в магазин, он говорит, дайте мне банку Балтики девятки. А ему приносят любое другое пиво. Он говорит... Тоже для продавца же пиздец важно определение пива какое. Ну, это не Балтика девятка. Ты приходишь в магазин, говоришь, дайте, у вас пиво какое есть? Спрашивают, бля, какое, что такое пиво? Ты даешь определение. Да, ему говорят, а как ты определяешь, что у тебя, блядь, в Википедии не написано? Не, серьезно, я просто даже не знаю, какую аналогию привести из этого, потому что ежи, блядь, реально, я не ожидал, что человек, который имеет какие-то там регалии, ну, то есть обычно я не делаю ставку на регалии, но я не ожидал, что он окажется таким тупым, что он элементарно начнет стебать за то, что человек придерживается определения википедийного. Ведь есть определенные определения слов, они нужны для того, чтобы общаться. Нет. Нет, ну конечно, я понимаю, что все ебаное человечество, зачем оно нужно ежу, что все они тупые по сравнению с человеком с пятью философскими степенями, да, зачем эти люди вообще придумали определение? Ведь можно было просто, блять, я не знаю, как люди могли бы общаться языком жестов как-то. Вот тебе нужно что-то, ты показываешь. Есть общепризнанное определение, чтобы были понятны. Ну, у меня нет мнения. По всей видимости, он даже тупее Саибабталова. То есть я поздравляю Саибабталова. Саибабталов сумел найти в интернете человека тупее себя. Долго ходил по лесу, что характерно. Ежи, ты не поверишь, я только что тоже нашел человека тупее себя. Бля. Да. Это успех. Куда деваться? Есть четко сформулированное определение. Я просто хотел сейчас услышать от тебя, что... Какая прелесть, блядь. Подмена понятия — это когда ты выдаешь одно понятие за другое. Ну, например, нацизм. Подмена понятия — это когда ты выдаешь одно понятие за другое. В чем проблема этого определения? Проблема этого определения в том, что понятие, которое ты определяешь этим определением, а именно... подмена понятий, содержит в себе слово «понятие». И само тело определения, подмена одного понятия другим, тоже содержит в себе слово «понятие». Это, таким образом, рекурсивное определение. Оно само на себя замыкается. Оно из-за этого плохое. Собственно, из-за этого Руслан Сайбабзира придумал определение, чтобы не определять понятие через понятие. Понимаешь? Эй, шахи, твой священный чистый лик, вдруг улыбка озарит в этот миг. Штайнер 550, спасибо за прайм подписку. Зайди на lurkomorye.to и набери сепульки. И просто поблуждай по ссылкам внутри статьи. Прочувствуй силу определения. Вот что такое хорошее определение.
по Стасу, а как просто. За национализм. Ну, путаешь, да? То есть критикую понятие национализма. И, безусловно, это не некорректная аналогия. Что-то другое. Ты... Я же даже, блядь, не понял. Ты вначале же ссылался на видео с Ибабталова, когда говорил о его диалоге с Михаилом Утопианом. А сейчас ты даже, блядь, не выкупаешь, что я сейчас подъебал Руслана за его же видеоролик. То есть... Я же тупой, блядь. Я же просто тупой пиздец. Тихо, смотрел, я знаю, что такое нацизм. Я проебал вообще, что я же сказал, поэтому... Я не хочу перематывать назад. Что такое национализм? Я соглашусь, я же тупой, короче. Я просто сказал, что мне то и другое не нравится, и почему-то люди в массе своей уверены, что национализм — это, видите ли, умеренный хорошо, а... Тупой утилитарист. Нацизм — это плохо. В то время как я считаю, что и то, и другое — это плохо, просто да, в разной степени. Да, но... Все просто, на самом деле. Заходишь в Google картинки, вбиваешь нацизм, и в другой закладке в Google картинках ты вбиваешь национализм. И смотришь результаты. Там все будет одно и то же. Вот, вот доказательство тебе эмпирическое. Все, так философия работает, блядь. При этом ты сейчас не смог сформулировать. И у меня возник резонный вопрос. Почему за два года, точнее... Смотрел ли я фильм «Мэнди»? Нет, не смотрел, но я хочу посмотреть. Я сейчас из фильмов смотрю только третий сезон «Человека в высоком замке». И... Потом посмотрел. Ему не зашло. Там сюжета мало. Пока что мне не очень нравится то, что я вижу. Так, секунду. Грампа в дебатах с Мацей Чулкин тоже обвинял поляков в Холокостах. Аней существует, чтобы нас... Поляков. Слушайте, я разгадал страшную тайну. Рок-пиар, на самом деле, Кирилл Нестеров, это рабовойс, который зачитывает донаты, блядь, в Donation Alerts. Это одно лицо. Вот что я понял. Назвать это троллингом, что типа добрый великан, который тоже выкрутится таким образом. Было много веселья. И за три года, прошедших с этого стрима, где тебя, ну, откровенно говоря, ты выглядел очень... То есть, тут на самом деле фишка была в чем? Я Руслану задал вопрос... Для того, чтобы просто понять, действительно, учится человек на своих ошибках. Мне было интересно. Три года назад он постоянно орал на Немагию, что вы типа, ну, он стримил с ними вместо Ларина. И... Это было три года назад, ему сколько тогда лет? 15 было, он отсидеть успел, блядь. Да, давайте вспоминать, кто что три года назад говорил. Он три года назад еще, наверное, за биткоины не топил, блядь. Так, Ваня, 100 рублей. Если определение условно, тогда Этипедия имеет право по-своему определять платоническую любовь. Ну да, но понимаешь, в чем дело? От определения, как раз-таки от определения платонической любви не зависит, то происходит ли оно от слова плоть. Понимаешь? То есть этимология и определение — две разные вещи. Ты когда словарь открываешь, там они в разных пунктах указаны. Там, значение и этимология. Ну, на всякий случай. Я понимаю, что, скорее всего, это не нужно никому объяснять, но на всякий случай. Приведу пример. Вот есть слово в английском языке shirt, рубашка. Есть слово skirt, юбка. Значит, проблема в том, что слово shirt и слово skirt происходят от одного прогерманского корня. На прогерманском уровне это одно слово, в принципе. Однако, слово shirt было унаследовано напрямую английским языком, то есть через вот своих прямых предков, из прагерманского, то есть там это унаследованное слово. А вот слово skirt было сначала унаследовано в староскандинавский, а потом заимствовано в староанглийский с пришествием викингов. Поэтому оно в одном и том же языке эти два слова находятся.
значит, происходят от одного прагерманского корня, представляют из себя, в принципе, имена существительные в одной и той же форме. Вот, все они парадигмально одинаковые. Но при этом одна из них рубашка, другая юбка. То есть то, что этимологически должно быть одно и то же слово, но вот одна из них рубашка, другая юбка. Принципиальная разница. Нет случаев, когда они одно и то же обозначают в современном английском. Вот вам, как бы, и этимологические аргументы в семантике. Так. Ай, какой тупой, 100 рублей. Спасибо. Он постоянно орал, блядь, не магия, вы подменяете понятия, вы постоянно подменяете понятия. И под конец Миша из немаги, сам не отличающийся высоким интеллектом, спросил у Соколовского. Он спросил у него: Руслан, вот ты говоришь, мы постоянно используем подмену понятий. А что такое подмена понятий? Соколовский, блядь, так слился. Я пытался найти этот стрим, у меня не получилось. Он просто сливался, и вот такой в итоге. А почему я должен тебе объяснять? Миша такой, ну как, ты вменяешь мне вину? В итоге Руслана 15 минут... Эту хуйню ты помнишь уже 3 года как. 3 года назад посрался, блядь, Соколовский с немагией. Соколовский не смог дать определение понятию подмена понятий. И, блядь, охуенно носиться с такой сранью 3 года. 3 года вынашивать, бля, приглашу Соколовского. И я не воспрошу, что такое подмена понятий, блядь. Вот он, блядь, бомбанет, нахуй. Мне, конечно, кто-нибудь может сказать, блядь, маргинал, но ты же точно такой же уебан. Ты сколько носишься с этой хуйней про Виктора, блядь? Это говно 5 лет назад вообще произошло, маргинал, ты ебанутый. Но проблема в том, что та хуйня, которая происходила с Виктором, это не тривиально. Если бы я, блядь, сейчас носился с тем, что, блядь, я у Виктора спросил, что такое, блядь, справедливость, и он не смог мне ответить. И, короче, звал бы его, блядь, на дебаты до сих пор такая. Это же такое подвида понятие, блядь. Ну, типа, да, это было бы, мягко говоря, кринжово. Но вообще, в моем случае, это, блядь, пахло бы психушкой немножко. Бля, я, короче, сейчас вернусь, секунду. Стебали по жести на то, что он использует сам... Продолжаем. Привет, Сармат. Сам понятия, определение которых не знает. Ну, потому что подмена понятий — это выдача одного понятия за другое, да? Вы можете найти массу примеров. И... То, что можно найти массу примеров, это не считается. Пример подогнать. Любые можно подогнать, что угодно. Определения не бывают неправильными. В этом вот проблема такая. То есть определение имеет аксиоматическую природу. А это значит, что они условные. То есть они истинные просто потому, что так кто-то сказал. Временно истинные, потому что это полезно. Вот и все. Привет, Мэдэними. Руслан за 2 года даже не выучил определение этого. И... Да, главное выучить определение правильное. Вот. Свободомыслие, оно так выглядит. Изучение философии, это же, блядь, ты приходишь в класс философии, и тебе говорят, вот определение, выучи. Я же, блядь, не понял, к чему все это. Он подумал, что я типа доебываюсь. И даже если так, нужны четкие... Да, да, именно в этом была проблема. ...определение для того, чтобы вести разговор. А то может оказаться, что люди, мы 2 человека, общающихся, говорим совершенно о разных вещах. Но по сути, получается, что я же слишком тупой для того, чтобы просто понять, что есть определенные общепризнанные вещи. Блядь, я просто горю. Да, как бы надо быть диким интеллектуалом просто, блядь, для того, чтобы следовать общепризнанным определениям. Например,
Русский значит православный. Вот хорошее есть общепризнанное определение. Смешно. В этот момент, когда ты постоянно говорил, что не мать... Считает ли себя Сайбапталов татарином? Ну, учитывая, что у него отец алкоголик, я думаю, что он не в очень хороших отношениях со своим родителем. Охуя, вот это вот философия, это Санта-Барбара. Бля, да у него отец алкоголик. Ежи сопромат, ежи... не, он будет... Ежи Санта... Бутерат. Ежи Санта Бутерат просто. Не, глупое название. Не, охуенное. Заебись. Смешно. Баня, но простите, мне просто на Mad FM надо быстренько вписать в эту хуйню. Ну, маленькая форма, короче. Поэтому я решил имя польское взять Ежи и просто, соответственно, вот так вот подъебнуть. И Ежи. Ну, потому что, блядь, отец алкоголик. Вот. Смешно. Вот. Я думаю, ну, он анархист, как бы, да, он в этих дебатах даже, кстати, озвучит эту идею о том, что, типа, я анархист, но там тактически выгодно называть себя либертарианцем. А у анархистов у них нету нации. То есть Сайбапталов, он и по происхождению анархист, и по взглядам анархист, и исходя из своих инстинктов он анархист. Так что это вот такой вот... Есть как бы интеллигентные анархисты, более-менее, даже с какими-то дворянскими корнями, да, дворянским происхождением. Ну, чисто такие, знаете, в косухах со знаком. Мама анархия, но интеллигентные, то есть выше. Да, да, именно об этом идет речь, Стас, ты, блядь, ни разу не кринжовый ПТУшник, как бы, продолжай говорить охуенно. Сливаешь, блядь, карлика, уничтожил просто, как бы, пиздец. В обществе их принято воспевать, они приходят и такие общаются. Я сейчас имею в виду не только Кропоткина, князя, но и Бакунина, но и, допустим, Светова. Светов, он тоже анархист, и он тоже утверждает, что у него там какие-то дворянские... Ну, то есть, князь и Светов. Вот, блядь, охуительно сравнил. Я поясню Стасу. Князь имелся в виду не автор текстов «Короля и шута», имелось в виду, что Кропоткин, он как бы был князь, у него было... У него титул был, как бы, вот, в Российской империи. Это важно, чтобы ты понял просто. А есть вот такие вот, значит, крестьяне. Я сам, как бы, с князем из «Короля и шута» много кого путал. Например, долгое время думал, что Обломов, который этот, блядь, славный дружи, который русского языка, блядь, не знает, судя по никнейму, он, как бы, князь из «Короля и шута», который просто, блядь, ебанулся полностью, когда Горшок, блядь, овердознулся, и начал котлеты, нахуй, морковные жарить на камеру, вот, и так и не может остановиться. А потом я понял, что это какой-то совершенно независимый от князя полен с глазами, блядь, и, типа, совсем отдельный человек, то есть, тоже для меня шок был, например. Сегодня я узнал, что Стас, ай, как просто, и как бы Обломов от два разных человека, и Кузьма третий. Вот Сайбапталов — это такой вот тупой, нелепый, молодой крестьянин, который вот типа не бог. То есть мне когда сказали Горшок умер, Сармат просится в Скайп. Бля, может быть, ладно, я наберу. Мне когда сказали, Горшок умер, я тоже долгое время не мог поверить. Потому что, ну как Горшок умер? Я стрим его смотрел только что, а потом оказалось, это Мильхар был. Ну, ёлы-палы. Привет, Сармат. Да, здравствуйте. В общем, господа, тут несколько изменились обстоятельства. Мне сегодня пришел донат. И поэтому я официально заявляю, что все, что сейчас происходит на стриме, я не одобряю. Ай, как просто, не тупой. У него очень хороший блог, посвященный... Так, мне забыли сказать, чему он посвящен. Технике, там, всему такому, эти самые гаджеты. Все подписывайтесь. Он не тупой. Я... просто не разобрался в ситуации, понимаете? Я не понял вот этих отсылок,
всего того, что происходило до этого в этой ситуации. То есть я набросился на человека. Моя критика вот эта вот в адрес того, что там он курит тонкие сигареты, у него петушиное кресло, его бровями можно открывать пивные бутылки, он фенотипически там на кого-то похож. Я был неправ. Я был неправ. Он не тупой. Меня просили это сказать. Вот. Очень просили. Очень много нулей. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Вот. Мне просто стыдно стало, понимаете? Потому что мы все набросились на человека, да? Буквально вот. И сейчас не только мы, и куча токсичных школьников тоже, они подключатся к этому. Я категорически против. Я все это осуждаю. И он очень хороший человек. На самом деле. И богатый. Все. Спасибо. Ну, хорошо. Пока. Не царя. Мы наш, мы новый мир построим. И все в таком духе. То есть такое вот плебейское лицо народного анархизма, такого от сахи, пропахшего навозом. Они используют подмену понятия, но оказалось, что ты не знаешь, что это такое. И сейчас получается, понимаешь, что за тебя вот прямо сейчас все опять как в Советском Союзе. Тебе нужно очень жесткое, четкое определение подмены. Опять. Руслан прав. Руслан пиздец тупой, но он прав. Стас, подумай над этим. Руслан далеко как бы не интеллектуал, прямо скажем. Но он прав, блядь, в этой дискуссии. Так, Le Eugène, 100 рублей. Стас, ай как просто destroys же Сармат with facts and logic. Понятие — это когда одно понятие заменяется другим. И никак иначе. Зачем люди придумали? Как можно какое-то для того, чтобы ты знаешь, колесо — это колесо, понимаешь? Представь себе, ты инженер. Ну, по сути, это и есть некорректная аналогия, так что я не понимаю, зачем он заебывает Сейбапталова на тему слов, когда, по сути, одно определение этого слова, оно никак не противоречит другому. Потому что как подмена понятия — это, да, некорректная аналогия. Замена одного понятия другим. В этом как бы смысл и суть некорректной аналогии как таковой. А причем понятие вообще и аналогия? Понятие — это понятие. Аналогия — это аналогия. Понятие — это понятие. Аналогия — это аналогия. Что значит 2 плюс 2 равно 4? 2 это 2, 4 это 4, блядь. Блядь, я же настолько тупой, что не видит разницы между этим. Между уткой, блядь. То есть... В подмене понятия может выступать неправильная аналогия, если ты подменил понятие, и, следовательно, та аналогия, которую ты привел к данному понятию, она к нему на самом деле не относится. Но, блять, аналогия, при чем она вообще здесь вообще? При чем она вообще здесь вообще? Fucking magnets, how do they work, блядь? Я честно не понимаю. Действительно, вот этот человек, он считается какой-то, что он действительно какой-то умный? Да это же, блядь, даун. Даун без такое ощущение, что даже без среднего образования. Предфуафу. Просто ебаный интеллектуальный карлик. Ты инженер, мы с тобой работаем на заводе. Мы с тобой не инженеры, не на заводе работаем, к счастью. Ну, мы с тобой, блядь, пользуемся плодами труда инженеров, хорошо. Представь себе, что ты приходишь купить... Мы пользуемся плодами труда инженеров из, блядь, фильма «Прометей», чувак. Причем тут нахуй инженеры? Опять-таки, у инженеров есть гораздо более крутой критерий, нежели, блядь, философские определения. У них есть такой критерий, вот самолет упал и разбился нахуй, значит там что-то было не так, то можно хоть попу себе разорвать, блядь, в философских дебатах про определение, но то, что вот некоторые конструкции самолета, они работают, а некоторые нет, вот СССР, например, как бы сколько он там, 70-74,
года простоял и типа развалился. Говорит о том, что коммунизм хуйня. Вот это инженерные критерии, практика критерии истины. Пить. Это очень уместное замечание в ходе вот этой дискуссии. Для своей машины ты говоришь, дайте мне колесо, а тебе продают просто, ну, гаечный ключ. Точнее, а как мы узнаем, что это гаечный ключ? Ну, тебе дают что-то другое. То есть это точно не колесо. Почему это не колесо? Потому что оно не выполняет свои функции. А ты говоришь продавцу, который тебе это дал, слушай, ну я совсем не понимаю, что такое как бы колесо. Я считаю, что колесо другое. А ты говоришь, я понимаю, что ты считаешь, что у меня есть машина, мне нужно колесо, чтобы оно ехало. А он тебе говорит, я понимаю, вот это колесо. Ты говоришь, это, блядь, не колесо. А он тебе говорит, почему? Я вот так вот понимаю колесо. Понимаешь, каков уровень сейчас нашей вот дискуссии? Это очень замечательно. Прямо сейчас ты подмечаешь. Два замечания. Вот вся хуйня, которую мы только что услышали, она была нужна для того, чтобы подкрепить божественный аргумент о том, что мы не можем коммуницировать без определений слов. Потому что если мы не будем придерживаться определений слов из Википедии, тебе вместо колеса продадут не колесо, блядь, а проса или мясо или серсо, по всей видимости. Я хуй знает. Блядь, что? Ты пиздец, вот как интересно работает мозг у человека, который, в принципе, был рожден для работы как бы на заводе. Кипяточек 100 рублей, время это время, бабка это бабка. Причем здесь, блядь, ключи? Аромат опять обосрался. При чем здесь, блядь, ключи, нахуй? Применил аргумент аналогий. Фактически ты мне привел аналогию, красивую метафору, в которой что-то рассказал, но это не аргумент, опять же. Это никак не... Я искренне надеюсь, что Руслан вот эту тему про то, что аргумент не может сводиться к аналогии, то, что аналогия не может как бы быть аргументом, не у меня подрезал, а сам дошел как бы до этого, или где-нибудь в справочнике по риторике нашел это дело. Очень надеюсь. То есть, я реально не хочу считать себя единственным очагом, блядь, чего-то разумного, нахуй, среди развлекательного контента в русском интернете. Утверждает и не раскрывает точку зрения о том, что есть подмена. Это раскрывает аргумент, Руслан. Аргумент заключается в том, что для того, чтобы нормально общаться людям, нужна четко структурированная... Да, именно по этой причине они не только берут определение из Википедии. Да, она структурирована как бы не определениями, блядь. И зачитывают его, навсегда считают, что только так оно и есть. Они обсуждают определенные понятия дефиниции и решают, какой из них наиболее адекватный и правильный. А, Руслан, что такое дефиниция? Дефиниция — это просто определение. Слушай, у него чайный стакан, который он из поезда спиздил. Как же это смешно. Я реально пытаюсь комментировать ту хуйню, что тут происходит. Как бы карлик уже просто положил, блядь, хуй вообще на все на это, типа, потому что там только что был вопрос, что такое дефиниция, блядь. Это, блядь, подстаканник из поезда спиздил. Причем сейчас Стас будет именно на это отвечать, дай угадаю. Он курит тонкие сигареты, и внешне он похож на Кузьму. Шутки про Кузьму. Какого хрена, что же делать? Я пошутил. Шутку про Кузьму. Блять, просто слил пидораса вот это. Я отрицательно отношусь к гомофобии, я не поддерживаю использование подобного, значит, лексического аппарата. Никаких вот этого вот слова на букву П, это плохо. То есть вот те, кто разжигают вот это вот гомофобию, вот это я не одобряю, все.
одна фраза, блять, Еджи грамотно слил пидораса. Похож на... Да хорош, я не одобряю, значит, гомофобию, всякую дискриминацию, отрицательно к этому отношусь. Я это говорю не просто потому, что по правилам Твича я обязан каждый раз, как кто-то говорит, короче, такие слова, значит, устраивать денаунсмент публичный. Кузьму, кресло хуёвое, тонкие сигареты курит, ник хуёвый. Блять, вот это критика. Вот это просто охуительная критика. Вот этого я ожидал от человека, от карлика. Ну, как, серьезно, при всем уважении, к яблочнику, да? При всем уважении к яблочнику. Хочу сказать, что критика твоих аргументов... бесполезно, потому что ты, блядь, не поймешь просто. Потому что ты, блядь, Сыбопталова понять не можешь, что он говорит. То есть, поэтому, как бы, да, Карлен переходит на критику подстаканника. Критика чистого, блядь, подстаканника из поезда и так далее. Не. Со 150, блядь, учеными степенями по философии. Ежесекундант. Просто, блядь, действительно, вот настоящий ежесекундант. Вот он сейчас... Гомо? Секундант. А? 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 Расценивает, кто, как бы... Спиздил стакан с поем. Вот это критика, блядь. Вот действительно. Мне вопрос. Долбоебы, которые платят, блядь, за подобные разборы видеороликов, вы чем думаете, блядь? Это, блядь, я как будто стендап Поперечного смотрю, что-то спиздили, блядь. Я не знаю, по-моему, смешнее, чем стендап Поперечного, блядь. Смешнее только прожарка Поперечного от Ларина. Стакан с поезда. Да, действительно, вот как в комментариях замечают, ежесаркофаг. Это очень странный блогер какой-то. Определение чего? Определение термина, определение какого-то... Очень странный блогер, потому что, ну, из поезда стакан спиздил. Блять, это же гениально. Ну, как бы, да, надо как Поперечный. Критика, это же просто уровень, я не знаю, это уровень бог. Понятие, определение чего. Руслан, дефиниция — это, блять, разделение. Мышечный. А, ладно, но здесь я объебался. То есть я действительно, ну я просто никогда не участвовал в дебатах. Я, собственно говоря, даже не знал, что меня позвали на дебаты. Я думал, что мы просто пришли пообщаться, как бы, с Русланом. Дефиниция, а, общественная дефиниция. Окей, разделение. А, все, блядь, уничтожился и Бопталова тем, что доебался до его слов. А, отлично. Я больше чем уверен, что... Стас 671, как просто. Да, походу. Еще готовился к этой хуйне, то есть он как бы лез в Википедию, так, ага, так. А с какого года он на Mail.ru, интересно? Что, значит, это? Ага, это, нет, это. Не лез. Ну все, держись, блядь, сайбап. Я знаю, теперь я уже знаю, что дефиниция — это определение, я никогда просто этим не заморачивался, то есть я, ну, не попадалось мне такого слова. Я знал просто, я слышал постоянно в английском языке, типа, про мышечную дефиницию, когда смотрел ролики Близнецов Ходж. Ой, хорошо. Ой. Здесь окей, это как бы я объебался, я просто этого не знал. Да, вообще, я тебе... А, ты объебался, но это многое объясняет на самом деле. А, бля, не это имеется в виду, окей. Уничтожу морально. Я играл в парламентские дебаты много лет подряд. Так, ладно, тут будет обмусоливаться, например, вот эту дефиницию, я объебался, я это признаю. В тех акцентах я расставил, что окей, национализм — это вещь с очень негативными коннотациями. О том, что национализм многие не любят, как и анархизм, например. А я как бы анархист, но мне логичнее звать себя либертарианцем. Во, видите, прозвучала коренная фраза, ради которой, собственно, и стоило, наверное, смотреть эти дебаты. Вы понимаете, то есть Ежи смог предсказать фразу из ролика, который он перед этим посмотрел. Блять, это невероятный экстрасенсорный дар, это же прям уровень Поперечного. Да, Стас, смысл именно в том, что Ежи предсказал фразу. Как бы донатит именно на то, что, понимаешь, то есть когда Ежи закидывают, блять, видос, чтобы он его посмотрел, там текст обычно такой: слушай, Ежи,
Можешь угадать, какая фраза будет, короче, на 29-й минуте? Что скажет Сайбапталов? И есть же такой... Он... Сайбапталов скажет, я ем говно. И потом, значит, они, короче, включают видео, и внезапно в ходе дебатов Сайбапталов поворачивается в вебку и говорит, я ем говно. И все такие, бля. И еще там несколько косарей, блядь, кидают, короче. Угадал. Это так работает. Предсказал фразу. Смысл-то, бля, именно в том, что фразу предсказал. Который предсказал, что я выпущу ответку на его ролик про меня. Это действительно... Ежи, блядь, он еще получил, кстати, около 3 ученых степеней по астрологии, по прорицательству. Блядь, гениально. Вот это я понимаю критика, блядь, посмотреть ролик, а потом такой, нихуя я угадал. Типа, видите, я же говорил, то есть при этом он пару раз спалился, что уже смотрел. Бля, это же реально, с его точки зрения, как бы, это так выглядит, походу. То есть, у него реально так мозг работает. То есть, это не то, что, типа, он сидел и такой, бля, я слишком долго молчу, надо, блядь, начать говорить, это же стрим. И начал просто нести какую-то полнейшую хуйню и такой, бля, что я несу, ну ладно, сейчас договорю предложение, и, наверное, видео мне преподнесет возможность еще что-нибудь сказать. Не, нихуя подобного. Это именно, что, типа, он сидит, блядь, слушай, какой же Ежи Сармат долбоеб, предсказывает, блядь, фразы. И за это ему донатят. Что за пиздец? Смотрел этот ролик, да? Но потом такой, бля, видите, я же говорил. Пиздец. Ума палата. Я анархист, но мне, значит, полезнее называть себя либертарианцем. Да, Ежи. Но у меня нет желания, говорил, начали как бы... ролика. Кого-то сливать. Понимаешь, в чем дело? Просто в дебатах между коммунистом, совкадрочером и анархистом с другой стороны у меня как бы нет той силы, которую я мог бы симпатизировать. Они оба отвратительны. И мозга, собственно говоря. Ну и как показывает практика, наверное, знаний. Просто мне понравилось, что Сайбапталов в открытую заявил о себе как об анархисте. Что он анархист, он придерживается анархистских взглядов. Я говорил о том, что нужна миграционная политика, и это риторика многих националистов. Но, тем не менее, меня об этом не услышали. Я смотри, бы хотел отдельный ролик. И раз ты считаешь, что мы должны... Как прическа Марго называется в Фоллауте? Эльф-мятежник, блядь. С тобой друг другу пояснять эти вещи, да? У тебя очень много терминологии, которые я не понимаю, потому что я не образованный. Я всегда говорил, у меня большие проблемы с образованием. Пожалуйста, мог бы ты... Да, это бросается в глаза. Нет. Ежи, я безусловно понимаю, что человек со 157 учеными степенями по философии, это, блядь, бросается в глаза. Но от вас я не услышал ни одного какого-то замечания, которое, ну, выдавало бы вас человек хоть что-то, блядь, понимающего вообще в этой жизни. На пальцах объясни. Да, не было отсылок, блядь, я не знаю... ремонту автомобилей, там, про колеса ничего не было, про рули. Чем понимает жизнь-то, блядь? Просто вижу, это, знаете, ебучий карлик смотрит ролик и несет первую хуйню, которая приходит к нему в голову. Причем... АИ-671, как просто. Как мы понимаем, Ежи же посмотрел этот ролик, он об этом сказал. И, ну, значит, у нас должны быть какие-то дельные замечания. Но неужели вот эта вот постная хуйня, все, что он может как бы родить после первого просмотра, на второй уже получается. Чем нацизм отличается от национализма? Очень... сейчас будут охуительные истории, просто я в предвкушении. Нацизм – это очень узкое течение, которое было направлено именно на этнический национализм, и он был сильно распространен именно в Германии. Прямо сейчас нацизм как такового фактически на государственном уровне нигде не существует. В то время как национализм... О, 150 рублей. Привет, Лила, кстати. Я еще тебя не поприветствовал, но я уже начал пиздить твои шутки.
Елисей, 150 рублей. Платоническая дефи. Ты, наверное, хотел написать дефиниция, но не дописал. Платоническая дефиниция. Ку. Национализм – это вещь, привязанная к... Да, кроме Северной Кореи. К, на... Нет. И Китая. К национальности. Это вещь, привязанная больше к понятию нации. И Японии. И мне не нравится, очень сильно не нравится этнический... И некоторых стран в экваториальной Африке. По поводу нацизма, нацизм на самом деле не про этносы, а про расы. Это немножко другое, но, опять-таки, я не хочу тут совсем уж придираться к Саибу Апталову. В принципе, то, что он как-то вот более-менее внятно артикулирует свои мысли, это уже достижение... национализм, потому что когда что-то привязано всего лишь к одному этносу и к тому, что этот этнос мог лучше других, это постепенно приводит нас к нацизму, как раз таки к нацизму Германии. И мне очень сильно не нравится нацизм в Германии, но мне также не нравится и умеренный национализм в понятии этнического, понятии этнической нации. Я считаю, что более-менее приемлем тот умеренный национализм, который относится именно к нации. Да, умеренный национализм – это хуйня, а вот анархизм – это заебись. Вот это да, это идеология, которой стоит умирать. Как к нации с одним языком и с одними политическими взглядами, которые проживают на одной территории. Но даже в этом случае... Нация с одними политическими взглядами. Это где интересно, в каком определении нации политической он такое прочитал? Что у нации, внутри нации должны быть как бы идентичные, тождественные политические взгляды. Ну, слишком много денег было закинуто на эту хуйню. И что же это за взгляды, Руслан? Для меня это в основном... Чё-то я не слышу ничего интеллектуального от Ежи, блядь. Где про подстаканники, нахуй? Чё такое, блядь? Где про сигареты, нахуй, про это, блядь, про петушиное кресло стримерское с черепом из Gears of War? Ну, на взгляды, которые... Анархизм. Суще либертарианцам, потому что я сам состою в либертарианстве. Мне вот нравится вот... Бля, вы как бы... Я думаю, если на Стаса посмотреть сверху, то можно кольца посчитать и понять, сколько как... Ладно... Это вот как бы социальная критика, то есть как бы умеренные националисты со своим понятием нации, как людей, там, общего происхождения, языка и культуры, это все хуйня, как бы это, блядь, все нежизнеспособные идеологии. А вот анархизм, вот это да, это идеология будущего, да, либертарианская партия, Светов, да, вот это, блядь, идеология. Ну, это действительно полная хуйня. Не то. Там эти люди, которые верят, блядь, в язык, там, в культуру. Трианской партии, и для меня сейчас... Да, общий интеллектуальный... Do you want to learn to draw and create amazing artwork that will... Yep. Wow everyone around you? Right now. Adblock was a good Chrome extension. Уровень либертарианской партии сильно упал после того, как туда вступился Саиб Апталов. Ну, это забавное замечание, между прочим. Важно, это принцип... Да, не про тебя, потому что... Именно не насилие, не агрессии, но здесь речь идет о том, в принципе... Ну, поэтому, как бы, одна из причин, почему я считаю, что не должно быть единой либертарианской партии, а должно быть две отдельных партии. Одна для минархистов, и вторая для анархистов. В котором ты имеешь право дать сдачи. Это не тот принцип, который подставить вторую щеку. Это принципы, которые... Ну, пожалуй, это тот же, например, просвещенный гедонизм. Просвещенный гедонизм – это очень важная вещь, потому что фактически я считаю, что любая страна... Любая... Как просто спиздить подстаканник. Государство в идеале должно... А для меня... Блять. Если не будет государства, то... Как бы, кто будет той силой, которая тебе гарантирует счастье? Я считаю, что любая страна, любое государство в идеале должно гарантировать возможность реализации счастья для каждого. Подожди, если ты считаешь, что государство... 100 рублей! Вутанас? Я такой формы не знаю... Терпи, ай, как просто. Блять, какая тупая хуйня. Какая просто, блять. Блять, какая срань, долбоёбская, просто пиздец. Позитивный гигмофоб, 100 рублей. Что то хуйня, что это хуйня. Да, есть такое.
государство должно гарантировать реализацию счастья для людей, то почему ты хочешь государство уничтожить? Ты же анархист. Где логика? Если... Ну, тут понятно, что он имеет в виду, типа, на данный момент. Будет государство, то как бы... Кто будет той силой, которая тебе гарантирует твой... Fuck my balls. Fuck my mosk. 100 рублей. Интересный факт. Человек, который донатил про ОБС, и есть i671 просто. В своем телеграм-канале он пост уже написал про стрим. Привет, зрители Стаса. Привет. Твое удовольствие. Мне нечего вам сказать. Пока, зрители Стаса. Какое, блядь, удовольствие? Ну ладно, я, наверное, пропустил сейчас часть. Человека, который в этой самой стране живет. И, отлично, например, мне по этой причине сильно не нравится там проект Венера с Жаком Фреско, который вот... Покусился на святое сейчас. Вот, ради Молоха этого развития кладут все. То есть именно так важно... Молоха. Как вообще появились государства? Вот, как это произошло? Короче, Саибаптала спорит с Сократом. Государства появились следующим образом. Сократом в том смысле, что он пизды тоже, видимо, дать, как бы, может при личной встрече. Блять, это комплимент. Это действительно комплимент. От Сармата это нихуя не комплимент. Мы что, за меня сравнили с Сократом? Было несколько племен или там людей, которые просто-напросто вместе работали, зарабатывали себе на хлеб. Тут спрашивают, с чего начать учить философию. Начни с работы Ежи Сафарафана... Циферблата. Короче, начни с работы Ежи Циферблата. Это великий философ, но как мы... Ай, Жак Фреско. Мы видим, он прям, блядь, разъёбывает сейчас. Если бы на этот момент уже появились деньги, либо просто... Нет. Я типа... Какая же хуйня. Можно я сам себе задоначу, чтобы это скипнуть, а? Собирали пшеницу, и в какой-то момент несколько банд формирований решили защищать их от... О, теория насилия. Отлично. Других банд формирований. После этого... Дюринг. Здравствуй, Евгений Дюринг. Ойген Дюринг. Ладно. Не узнаю вас в гриме. Сформировалось правительство, которое построило при помощи этих самых работяг огромные замки, ну а потом это все разрослось и превратилось в современное государство. Фактически... То есть, было такое понятие, как класс. То есть, всегда было два класса, условно говоря, угнетатель и угнетён. Ой. Ой. Блять. Да, именно так. Это ты тоже в Википедии прочитал. Надо понимать, да. Или это тоже общепринятое определение. Всегда были два класса, да. Угнетённый и угнетатель, да, там. Да, да, да. У одних главный Гессер, а у других Завулон, блядь. Ты разве не читал в Википедии про два класса, блядь? Какая хуйня, блядь, почему я так говно смотрю, блядь? Идём дальше. Это очень упрощенное понимание жизни, и я считаю, что вот эта вот классовая борьба и все, что ей присуще, это очень упрощенно. И именно поэтому мне не нравятся все марксисты и коммунисты с их очень однобокими трудами про то, что есть один... Марксизм, коммунизм, сталинизм, атеизм. Как это в книжке было? Там что-то, блядь, это скрытый, блядь... Чего? Атеизм, откровенный сатанизм? Вместо Родины Святой, вместо веры во Христа, вы проклятием заклеймённые взрастили семя зла. Правящий класс есть, один угнетённый класс. Это похоже даже на какой-нибудь интерсекциональный феминизм от Никсель Пикселя. Это не окей. То есть это не окей. Ой, блядь. То есть его даже не... Похоже, по совпадению. Не смущает, что Соколовский сравнил интерсекциональный феминизм, блядь, то бишь феминизм третьей волны, с этим, блять, я даже не знаю, ёбаный в рот, я же реально же сам такой тупой, просто тупой. Мне
Мне реально, блядь, нечего сказать. Это просто незаконченное предложение. С чем с этим? Что тебя смущает в этом сравнении, блядь? Что, блядь, где ты там нашел? В чем проблема, блядь, с тем, что Соколовский сравнил ту хуйню, которую ты высрал перед этим, с интерсекциональным феминизмом? Че там, блядь, ежи не нашел, блядь? То есть я... Тут даже хуй пойми, какой из вопросов важнее, на самом деле. Сейчас про 150, блядь, ученых степеней будет божественный сарказм. Ты тупой ежи, блядь, ежи нихуя не понимает. Роги, блядь, кретин. И кого-то называет тупым. Это очень странно. Интернет Блад Спортс, блядь. Кумите. Онлайновое кумите, бои без правил, короче. Ну все, как бы ты слился и Бабталова, как бы. О, да, вот это дебаты, блядь. Вот это действительно. С чего он вообще взял, что это дебаты? Титаны мысли, ёб твою. Ежи Сарафан тоже действительно титан мысли. Что вот он, блядь, вообще вот сказал именно по делу, мне интересно. Да, вообще ничего. То, что он говорил, когда-то, блядь, молчал, сидел, потому что не было времени загуглить, блядь. Как бы вот это был по делу. Такие дела, такие дела. Такой день. Ай, какой тупой, 100 рублей. Изначально было два класса образования, блядь. Маргош, приходи ко мне на стрим, поугараем. Да, поугараем, пиздец. Я реально хуй знаю. Это слишком, блядь, запредельный интеллект. Я просто, как бы, не знаю. Много угара очень будет, блядь. Философия вся хуйня. Ну, вообще, да, все. К такому... Что, Сый Бабталов, не ожидал, да? Не ожидал такого аргумента? А вот. Так, про что он сейчас? Ну, кстати, про два класса образования тут даже смысл не в этом. Понимаете, в чем дело? То есть, ну, тут по ходу мысли видно, что там, блядь, и 14 классов образования как бы не очень помогли бы. Это штука врожденная, скорее. Безусловно. Это, как сказал бы великий философ, блядь, это низкая культура дискуссии Восточной Европы. Европе. Как нам получить больше денег? Как нам получить больше власти? Я попытаюсь тебе ответить. Ты только что сказал, что агрессор, любой человек, который убивает и причиняет вред другому, он не отличается. Блядь. Агрессивным зверям, которые готовы ради своей выгоды убивать людей. Вот если ты сейчас готов проводить свои вот эти вот линии, что, ну, если ты убил 10 человек, то окей, с тобой все в порядке. А если ты убил миллион человек, то все, ты Гитлер. Нет, я хочу твое суждение просто понять, я же, ну, мне интересно. По твоим словам получается, что если я подойду к тебе и с целью завладеть некими твоими богатствами, да, твоими там флешечками с биткоинами, или как там у вас это осуществляется, я не знаю. Но если я решу вдруг это сделать и обсажу тебе нож под ребро, ты... Граммонации 671, как просто допустил уже два пунктуационных ошибки, пропустив две запятые перед двумя придаточными предложениями. Выводы делайте сами. И как оказалось, он серьезно пригласил тебя, а также упомянул ежи в качестве возможного гостя. Я кому угодно готов на стримы ходить, на самом деле, мне насрать. То есть даже если там будет неконструктивная дискуссия, мне похуй, я могу бухнуть просто и типа прийти, и мы будем про маки пиздеть, блять, и... я не знаю, компьютерные игры, либо, блядь, чем там увлекается Стас Айкак просто, то есть, не... чтобы примерно на одном уровне быть, я накатить могу, в принципе, мне-то похуй, вот. А... другое дело, насколько это будет интересно смотреть, вот этого я не уверен. Вот насчет этого я не уверен. А по поводу пунктуационных ошибок, слушай, позитивный гигамофоб. За 300 рублей, конечно, спасибо, но серьезно, по-моему, пунктуационные ошибки – это не самая большая проблема. Вот. Ну и на стрим я прямо сейчас не пойду. То есть, если у него сейчас стрим, и он именно сейчас меня... Я только сейчас понял, что, может быть, меня зовут прямо сейчас. Я не пойду сейчас никуда, блядь. Я буду это смотреть. Потом я еще всякие видосы буду смотреть. Нет. Нет, не давай. Uncle Dead, отвечай.
пытаешься никак не ответить. Безусловно, я попытаюсь тебе ответить. Так ты только что сказал, что агрессор, любой человек, который убивает и причиняет вред другому, он не отличается. Блять! Да, он решил зайти с козырей, блять, аргументы. Ну все, как бы ты слился и Бабталова, как бы. О, да, вот это дебаты, блять. Вот это действительно битва титанов. Титаны мысли, ёб твою. Ну вообще, да, все. К такому. Что, Сый Бабталов, не ожидал, да? Не ожидал такого аргумента? То есть, вы понимаете, я могу все то же самое сейчас сказать про Сарафана, и это будет абсолютно то же самое. Такой, да, блядь, вот это ты, карлик ебучий, не ожидал. Вот это вот ты, карлик ебучий, сейчас всех слил. Типа, в чем прикол? Не, а насколько... Прикол в том, что ты использовал аргумент на тему того, что, бля, ну если ты... будешь защищаться от человека, который пытается тебя убить, и убьешь его, то это насилие. А в чем отличие, нахуй? Ёпта, бля. Как я понимаю, есть же... Это немного тривиальный аргумент. То есть, если в него не добавить что-нибудь, какой-нибудь оригинальный угол, то... ну... это очень глупый, тривиальный, простой, школьный аргумент. Из-за этого Сармату смешно. Я объясняю вот именно вот буквально, как, блядь, Джимми Карр шутки объясняет, нахуй, вот. Или Ларин, то есть вот так вот. Что иначе не получится ничего. Это называют карликом, потому что он реально карлик. Блядь, серьезно, ты мне предлагаешь стримить с этим? Ну это ж тупое существо, о чем с ним разговаривать? Вот эту вот хуйню его послушать? Ежи, если ты вдруг это смотришь, я действительно считаю... 100 рублей. Так. Сейлор Мундерлендермен. 100 рублей. Марго, я как типичный восточноевропейский орангутанг в недоумении касательно проблематики ярко выраженных надбровных дуг. Разве для мозга не становится больше места? Неужели мне с моей костной кепкой не взойти на интеллектуальный олимп? Ну, надбровные дуги, они представляют из себя просто сплошную кость, то есть там больше места для мозга не становится. Это первый момент. Второй момент. Надбровные дуги, они про интеллект вообще ничего не говорят. Про надбровные дуги это, в общем-то, из классификации Ламброза по большей части, то есть большие надбровные дуги это такой атавизм от обезьян, который вот у людей остался. И как правило, просто большие надбровные дуги у преступников в большом количестве. То есть, про корреляции с каким-нибудь IQ и так далее, не знаю. Сейлор Мун Бабталов, блядь, смешно. Смешно, блядь. Я восхищаюсь тобой. Твой уровень – это сливать вчетвером Ларина в чате, потому что, ну, ведь Ларин – это действительно достойный этого противник, такой умный. То, что ты... Чувак, ну, как бы, Ларин хотя бы был под наркотой, блядь, как бы, когда фейлился, и то он не такую хуйню нес, как ты, как бы, вот такой момент есть особый. Ты сейчас несешь, но это полная хуйня, я просто совершенно не понимаю, что ты, за что люди, блядь, платят деньги. Да. Проблема не в том, что как бы твой ебаный пролетарский пердак на Луну улетел просто, когда засрали твое кресло, тонкие сигареты, значит, розовую кофточку и микрофон. А Микрон ДНБ 100 рублей. Надо посмотреть, что там за донат. Микрон ДНБ ТВ 100 рублей. Большой надбровный Дугин. Да, большой надбровный Александр Гелич. Двуствольные, они примерно одинаковый вред несут, и шанс на выживание у тебя примерно одинаковый, да? Шанс, безусловно, не одинаковый. Безусловно, нарезное оружие гораздо более страшная штука. Но кто сказал, что школьникам мы должны давать любое оружие? Здесь, если мы легализовали в целом, в том числе нарезное, например, оружие, мы должны ограничить несовершеннолетних лиц к обороту этого самого оружия. Родители должны сами контролировать, чтобы им детям такое оружие не досталось. И вообще тут стоит подумать в первую очередь, а почему школьники идут убивать своих одноклассников? Это говорит об очень больших проблемах в обществе и в школах. Руслан прав. По оружию вообще никаких претензий у меня к нему нет. Так это же в США и происходит.
Да, и у них есть много проблем. И... Плебей выдумал этот текст. Как какое ничтожество, то есть жить. Там сходимся во мнении, что после прихода к власти нужно эту песню сделать гимном в России. А, гимн Сингапура, кстати, отличный гимн, тоже очень музыка хорошая. Это уже игровая приставка, да? Это уже не компьютер, это уже игровая приставка. Можешь использовать для написания текста, это чат пошли. Вот Шенни в Мерла, там музыка красивая, но слова идиотские, потому что там, когда вот этот текст, он не подходит. Бля, хорош дергать эту хуйню, блядь. Польские паны. То есть хохоши, хороший хохол после... На бытовом уровне, не будучи технологом, ты можешь сказать, что... Вот я снял, пацаны сдают... Ладно, я не буду шутить на эту тему. Компьютер — разные вещи, какая разница, но... Маргинал, у меня есть проект, пацаны из Дыбенко. Маргинал, а у тебя проект есть? Но, ты же техноблогер, по идее, мне казалось, что ты... Кстати, я постоянно эту хуйню цитирую, но, кстати, Кузьма ни разу этого не говорил на самом деле. То есть, по-моему, он что-то такое говорил Сакрамару, но это... То есть, это один из таких случаев, когда то, что человек сказал, оно настолько видоизменилось, что, ну, это все цитируют, это реально выставляет его каким-то полным хуесосом, но по факту он реально этого не говорил никогда. Серьезно. Если говорил что-то похожее, то Сакрамару, а не мне. И не один в один, вот так. Термины, понимать, что... Да этому техноблогеру только бровями бутылки с пивом открывать, блять. Какой техноблогер, о чем вы говорите? Блять, опять слил, пидорас. Вот это гениально. Я отрицательно отношусь к гомофобии, к всем формам вообще дискриминации и так далее. Вот у нас ЛГБТ-стрим. Мы очень все плохо относимся к употреблению такой лексики. А еще я очень плохо отношусь к тому, что, блядь, Стас проскроллил нахуй половину этих ебаных дебатов, специально дошел, блядь, до момента, где Сармат называет его быдлом пролетарием, блядь, заводским нахуй, чтобы с этого говна побомбить. Нахуя ты это, блядь, делаешь? Чтобы потом говорить нахуй, что, блядь, Сармат по делу ничего не сказал. Это карлик по делу ничего не говорит, или ты просто, блядь, все скроллишь к тому моменту, когда тебя хуесосом просто называют, и все. Зачем это делать-то, блядь, в чем, блядь, удовольствие? Проскроллить, блядь, все видео до того момента, когда тебя назвали долбоебом, или что там, блядь, Карлан про тебя сказал. Ну, было не очень содержательно и не очень интересно. Не ори, соседей разбудишь. Че, в чате new fuck, как бы. У меня 2 часа дня, я тебя поздравляю. Принимай корону дурачка. Принимай. Примеряй корону дурачка. Да. Вот. Так. Позитивный гей-гомофоб. У меня бомбануло, блядь, потому что, ну, во-первых, довольно хуёво смотреть это говно, когда постоянно жмёт эту сраную стрелочку. Рваный звук, блядь, неприятно слушать. Я не люблю музыку в жанре глич. Позитивный гей-гомофоб 100 рублей. Стас упомянул вначале, мол, ему там человек писал критику грамотно, вследствие чего он комментатору сделал скидку, якобы человек образованный. Судя по его мнению, он придерживается того, чтобы знать правила написания носимого языка, то есть не то, чтобы мне было интересно подмечать эти ошибки, уже давно их игнорирую, просто указал на его проеб. Чувак, дело не в том, что интересно тебе или нет, дело в том, что он такую хуйню несет в этом видео, что, блядь, мне, например, похуй, даже если он точки в конце предложений, блядь, не ставит и за главной буквы их не пишет. Реально, вот этому техноблогеру только бровями бутылки с пивом открывает. Блять, человек с 10 философскими степенями. Блять, бра. Бровями бутылки с пивом открывать и от пердака тонкие сигареты прикуривать, короче. По техноблогингу мне об этом говорит. Почему отличается, но по факту я не вижу всех этих знаний. Я понял, Руслан, я сейчас стримлю с тобой, используя, ну, моноблок называется iMac Pro, и там стоит процессор Intel Xeon. А тебя он за 1 000 000 рублей или за сколько? Нет, за 350 тысяч. Так вот, получается, что у меня, я сейчас сервер с тобой стримлю. Еще раз. О, буржуй, блядь, про классовое сознание нам рассказывает, а у самого компьютера, блядь, за 350 тысяч
Ну, дальше, наверное, нет смысла смотреть, да, когда начинают подъебывать, что ты, типа, разделяешь там социалистические, коммунистические идеи, но сам при этом пользуешься капиталистическими вещами. Во-первых, блядь, даже вот это вот говорит нам о том, что я же не знаю, кто такие буржуи. Я же не эксплуатирую никого, да, то есть у меня нет в подчинении людей, блядь, дешевой рабочей силы, которая работает на пользу моего обогащения. То есть... Это не так работает, к сожалению. У социалистов это немного иначе устроено. То есть ты не обязан быть антрепренером с подчиненными, которые работают на твоем предприятии, для того, чтобы быть буржуем. Нет. Достаточно эксплуатации тех китайцев, которые тебе айфоны собирают, короче. То есть они не обязаны формально работать на тебя. Да, то есть у тебя не обязано быть зарегистрировано предприятие, где они для тебя четки вытачивают, короче, ножиком из дерева. Нет. Увы, ах, левые идеи, они, как правило, не так выглядят. То есть меня, в принципе, нельзя назвать буржуем, так же, как и ежи нельзя назвать человеком. Петуш... Шинное кресло стримерское, микрофон огромный, блядь, с набалдажником, и планшет еще на кровати лежит. То есть вот так вот, видите? Вождь мирового пролетариата. Буржуи, блядь, буржуи. Пиздец он, долбоеб. Какой пиздец. Я считаю, что ежи действительно намного тупее даже... Коновалова, то есть это... Я не знаю, кто такой Коновалов. Блять, человек тупее Коновалова, а это надо постараться. Что? У нас был один Коновалов в конфе, ну как бы, вряд ли про него речь. Пьют кровь из трудового народа. А получается, что я с тобой с сервера стримлю, ведь ты утверждал, что зеленый это сервер. Обычно... Сколько пролетариев ты зарезал своими наточенными надбровными дугами, а? Хеллбой, блять. Он не зарезал ни одного пролетария своими надбровными дугами, потому что это спиленные рога, как у Хеллбоя на самом деле. Они тупые, так все нормально. И еще парочку шуточек про это. Мы специально передавать данные на сервер. Я вот честно не знаю, как работает с ним YouTube. Возможно, что мы прямо сейчас с тобой передаем свой сигнал на сервер YouTube, а YouTube потом со своего сервера уже отдает это непосредственно нашим пользователям. Здесь наверняка все не пирует эфир. Как вы относитесь к сексуальным практикам BDSM, в частности, женского доминирования? Я придерживаюсь принципа BDSM. Брей дерьмо, соси макаку. Извините. Не, к женскому доминированию отрицательно, это как к маргиналу, маргинал-фанат таких. Есть такое, да. Вещей, там фейситинг, вся хуйня. Я плохо отношусь. Ну, а карликам же... Потому что я за патриархат. Да, патриархат рулит. Так и здесь сервером выступает сервер Ютуба. Кстати, если, ну, кому-то, сейчас я покажу, кому-то интересно, как выглядит ежи сармат, сопромат, саркофаг. Сейчас, я найду даже его. Ну, это мы видели, это в самом начале было вставлено. Он не является сервером. Потому что ты идиот. Ведь ты же это утверждаешь. Охуительный довод. Охуительный довод. Потому что ты гей. Да? То есть, вот ежи, бля, потому что ты идиот. Ну-ка, что-то там мне скинули. Это мы тоже уже видели. В самом начале был. Это я тебе повторяю одно и то же, и ты не повторяешь одно и то же. И прямо сейчас это ни во что не выльется. Мы просто будем сидеть и говорить, что нет. Потому что ты смотришь аниме. Давай, хорошо, да, ты прав. Сервер, это компьютер? Нет. Ежи, после ваших слов о значимости данного выбора, даже как-то страшно стало. Точка, мне пока очень нравится Сократ в плане его этической составляющей, то есть умение перебороть. Выяснилось, что ты христианин.
потом средневековая христианская схоластика, а потом немецкая классическая философия. Вот Кант держивает совершенно... Ешь, ты тупой, блядь. ...противоположного вектора. Поэтому мне больше нравятся софисты. Так. О, Кузьмас. Это кто, польский филолог? Я уже забыл. Я путаю просто. Это финский режиссер Кузьма Свинья. Ясоса и Кузьмаса. Охуительно интересная информация, кого ты там, блядь, путаешь, Ясоса и Кузьмаса. Те люди, а вот мне действительно очень странно это. Человеку платят за то, чтобы он смотрел видео, а он просто несет какую-то хуйню. Может быть, они братья даже. Как жить, блядь, у быдла очко рвет просто от этого, пиздец. Я понял, хорошо, это мы выяснили. Я не знаю вашего Ясоса Бибу, Ясаса Бобу. Пиздец. Ой, блогеры, блядь. Ой, блогеры, нахуй. Так. Балюстрада. 299 рублей. Ну вот, кстати, 1 рубль накинул бы и Робовойс прочитал бы. Маргинал, здравствуй. Мне необходимо написать политологическое эссе на тему политического значения пенсионной реформы, то есть как она влияет на политику. Не мог бы ты подсказать, какие политические теории можно было бы использовать в работе и как и вообще что оригинального и интересного можно написать на эту тему? Слушай, я тебе рекомендую вот админу этот вопрос задать. В следующий вторник на стриме у меня будет вот админ. Вот, следующий вторник. Вторник на следующей неделе. Да, в 10 вечера. Это больше по его части. Потому что по пенсионной реформе у меня только мои лично соображения есть. То есть, если ты не хочешь в своем политологическом эссе в качестве источников указывать, как бы, twitch.tv/... Убер маргинал в сносках, то лучше обратиться к кому-то, кто в курсе, значит, того, что вообще в этом дискурсе происходит. А это уже больше связано с мейнстримовой экономикой. Такие дела. За 299 рублей спасибо. Я постараюсь не забыть этот вопрос. Есть вероятность, что я забуду его во вторник все равно, но типа, я не знаю. Насри в чате или в личку на Твиче напиши, чтобы второй раз не платить. Что-то такое, короче, сделай. То есть, ну, если сообразительный, то ты найдешь способ, как, не заплатив, напомнить мне об этом вопросе, короче. Эти способы есть. Есть личка в Твиче, например. Лорд Ретард в 100 рублей. Блядь, серьезно, эту хуйню надо в кинотеатрах вместо unfollowed показывать, блядь. Unfriended, не unfollowed, unfriended. А следующий момент. Мой компьютер на базе Xeon, о которой ты говорил, является только серверным процессором. На базе Xeon. Так вот, каким определением ты следуешь. Возможно, тебе не Википедия нужна, а? Может быть, тебе нужны другие источники знаний. Сервер? А учти, что прямо сейчас, вот кроме этого вопроса, ты мне задашь еще один вопрос, потом моя очередь тебя спрашивать. Да, хорошо. Так, давай еще раз вопрос, чтобы я осознал все это, и мой нетехноблогерский мозг... Хорошо, я серьезно, я не знаю, зачем ты в это полез, но теперь как-то надо, наверное. Мы с тобой сейчас говорим не о технологии. Блядь, зачем ты в это полез, я не знаю, сам его спросил, блядь, отличается ли... Ой, блядь, тупой, ну ты не слышал, я же сказал, блядь, что в своем ролике, Руслан, в ролике, который он про меня снимал, ежи, ты же, блядь, даже не можешь выкупить контекст. Ну в этой-то дискуссии, да, ну наличие этого ролика не обязывает тебя внезапно этот ролик, блядь, вспоминать в ходе видео. Ты понимаешь, что может существовать ролик в интернете, про который не обязательно начинать пиздеть сразу, скатывая дискуссию в хуйню на тему, является ли сервер, блядь, компьютером. Блядь, какая хуйня, блядь. Понимаешь, то есть, блин, я не знаю, во втором классе спросили бы какую-нибудь срань. Вопрос формы, является ли XY, да, то есть, является ли сервер компьютером. Я уже, блядь, заподозрил бы, что вопрошающий идиот.
Является ли, блядь, сервер компьютером, блядь? Могут ли подводные лодки нырять? И подводные лодки ныряют или погружаются, блядь, а? Ты когда сверлишь что-нибудь в бруске, это дырка или отверстие, блядь, а? Нахуй. Ответь! А, да, это же видеозапись. Я забыл. Легко перепутать просто. Контекст, что ли, блядь? Точнее, не, я понимаю, контекст, это же... Как корабли плавают или ходят, да. Слишком, блядь, сложно, когда тебе тупой философ, блядь, донатит деньги за то, чтобы ты смотрел видео. Это же очень сложно, да, как-то подготовиться. Но ты же можешь догадаться, что здесь есть какой-то контекст, и именно поэтому я об этом спросил. Неужели ты настолько... Контекст, иди нахуй! Только тупорылый карлик, я просто не понимаю. Компьютер от сервера, как понятие друг от друга, блять, полчаса его пытает, и в конце такой: о, я не знаю, зачем ты полез в эту тему, сука, ну что такое, что с вами не так? Что с тобой не так? Ты же, блять, не выкупаешь, что там есть контекст, ты... Заводы стоят. У всего есть контекст, вообще у всего. Ну, вот именно. Заводы стоят, а карлики, блядь, которые должны как бы на заводе нам подавать, блядь, бегать документы, я сейчас считаю, что это очень удобно. Ты сидишь такой, короче. Подавать документы на заводе. Подавать чеченцам документы, блядь. Не, подавать дагам документы русни, короче, на кир... На ферме по выращиванию кирпича, блядь. Уебер маргинал 100 рублей. Компьютер? Хуютер, чувак, да. Сидишь за... Чарли и кирпичная фабрика. Шалом. И ты такой: ежи, водички принеси. И он приносит, и поскольку он карлик... Ну, как бы Савельев так и делает. Он тебе прям на нужный тебе рост приносит и дает сразу в руку. То есть я считаю, что ежи на заводе очень хорошо бы пригодился, поэтому ему стоит обратить внимание на тот факт, что люди, которые не дружат с логикой... А какое еще применение у философа? Ты же нахуй не нужен. То, что ты вот... Даешь, это постная хуйня, которая генерируется абсолютно... Это же, блядь, уровень Юлика, вот эти реакции. Я правда... Один в один. Ежи Сармат, Юлик. То есть я иногда захожу, короче, блядь, включаю Ежи Сармат Support Official и думаю: бля, надо рекламу купить за 500 рублей. Блять, это же Юлик. Всегда, знаешь, как бы Хованский поэтому с Арматом и общается. Он, блядь, до сих пор думает, что это Юлик. Он просто выкупить не может, блядь. Он такой: блядь, че Юлик картавить начал? Хуйню какую-то про Ницше нести внезапно. Юлик особо не смотрел, но, насколько я знаю, не особенно парится над качеством контента. Вас там очень бы... Вас там очень не хватает. Уходите. Сервер — это компьютер? Сам по себе сервер является компьютером? Нет, это два разных понятия. И у них два разных определения. Давайте я оба закончу. Ну тут, кстати, Руслан зря в залупу полез. То есть то, что это два разных понятия, не означает, что сервер не является компьютером. Понимаешь? Вопрос был не про понятия. Вопрос был про сервер и про компьютер. То есть, все ли сервера являются компьютерами? И, возможно, все ли компьютеры являются серверами? Но не обязательно, логической импликации нет. То есть, скорее всего, вопрос состоял исключительно в том, все ли сервера являются компьютерами? Аналитически. А ответ внезапно про «нет» — это два разных понятия. Ты понимаешь, что это два разных понятия, ёлопало? Понимаешь, что слова невзаимозаменимы. А чем тогда является сервер? Каким другим определением его можно обозначить? Сервер можно обозначить определением как ударенное устройство, которое необходимо для того, чтобы... А компьютер не устройство. То есть компьютером нельзя назвать устройство. Или устройство назвать компьютером. Ну, он сказал удаленное устройство. Ну, вообще, на самом деле, эту хуйню можно было закончить очень быстро. Дико душная хуйня сейчас пошла. Ты занимаешься сейчас? Просто нет, тем? Я тебя просто подвожу к тому, чтобы объяснить тебе, что сервер — это, блядь, компьютер, Руслан, и ты, ну, там, объебался.
Нет, Стас, это не так. На бытовом уровне и то, и другое можно назвать одним и тем же. Но по факту... Нет, на бытовом уровне я могу колесом. Смотри, давай я прямо сейчас тебе зачитаю определение из Википедии. Мне не стыдно, этим регулярно занимаюсь, это очень полезно. Нет, я ничего плохого в этом не вижу. Смотри, компьютер — это электронная вычислительная машина. И, как правило, под этим понимают персональный компьютер. Но нет, подожди, я зачитаю определение из Википедии. Ты сказал, будем из Википедии, да? Я тебе зачитаю. Ежи, а великий, как бороться с завышенной самооценкой? Хороший вопрос. Так, 100 рублей. Но 100 рублей это по-любому лучше. Так. 16. 100 рублей. Привет. Как так вышло, что раньше личное местоимение «я» было «аз», то есть первой буквой алфавита, а стало последней? Мне не дает покоя эта хуйня. Понимаешь, письменность — это не язык. То есть, личное местоимение, местоимение первого лица, оно является частью языка. То есть, это то, что используется для устной коммуникации. А буквы в алфавите, они придуманы Кириллом и Мефодием. То есть, они не происходили гармонично просто вот в ходе продолжения человеческой практики, вот в ходе движения истории, вот из своих диахронических антицедентов. Давайте, чтобы, блядь, у пролетария совсем очко улетело на Луну, блядь, будем такие слова использовать исключительно. Вот. Поэтому какая буква там на каком месте, это все зависит от того, что там этот, блядь, ебаный православный святой, хуй пойми сколько лет назад, придумал у себя в голове. Вот. А какое местоимение, какую роль выполняет, да, чем является и так далее, оно вот в ходе естественного языкового отбора, да, сложилось генеалогически, обусловлено повседневной практикой, от которой много чего зависело, повседневной коммуникативной практикой, повседневной практикой, значит, подчинения в обществе, практикой, значит, установления иерархии в обществе, практикой, в общем, вопрос еще о функциях языка. Да, я много раз говорил, что коммуникация не главная функция языка. Но это сторонняя тема. Короче, письменность — это не язык. Письменность — это способ передачи языковой информации. Флоппи-диск — это тоже способ передачи языковой информации. Флоппи-диск — это не язык. Флоппи-диск — это флоппи-диск. Как это... Понятие, подмена понятия — это подмена понятия, аналогия — это аналогия, это что-то тупое, блядь. Я плыву уже от этой хуйни. На вопрос я ответил с лихвой. Накита Кадзе, 100 рублей. Так. Два ретарда, один криптомагнат, второй известный популярный техноблогер, не могут разобраться, что сервер — одновременный программный комплекс и железный юнит, в скобках компьютер, то есть и софт, и железо. Nginx и Apache — это HTTP-сервер. Сервер у хостера или твича — это компьютер. Мне уже пятый раз приходится это смотреть. Я бомблю пятый раз. Наверное. Мне это все ни о чем не говорит. Я, бля, я экзамены другие сдавал. Чего не помогает? ПС, вы все запомните, Зуно. Не борись с ней, наслаждайся. Как бы, и старайся соответствовать своей завышенной самооценке. И так. Вот как Ежи. То есть он наслаждается, но соответствовать не получается, потому что он несет хуйню. Да. Совершать что-то великое в своей жизни. Бороться надо не с завышенной самооценкой, а с заниженной, блядь. Ну как бы самооценка карлика, понимаете, да? Ну для... Понимаем. Шутку понял. Смешно. Этого нужно покупать консультации по саморазвитию за тысячу. Подождите, шутка в том, что ежи карлик, я надеюсь, я правильно понял, да? Фух, а то я боялся. А с завышенной самооценкой... Подождите, это в плане, это шутка была или он реально дает консультации за 1000 рублей? Так ежи у нас бизнес-тренер? Тебе бороться не нужно. С твоей завышенной самооценкой будут бороться люди, которые тебя окружают. Потому что их будет триггерить от ЧСВшного персонажа.
Перед нами пособие. Дидактический материал у нас на глазах прям. Но ты издевайся над ними просто как Панасенков. А, Панасенков, ну, бля, великий человек же, да? Охуительный фильм исторический сейчас снимает. Отличный Панасенков, что тебе не нравится? Повторюсь, перед нами учебное пособие, блядь, для курсов Сармата. Исследования проводят. Действительно, антропогенез, ну, очень дружат они. Панасенков, блядь, прекрасный человек. Действительно, это тот, на кого надо равняться. Ну, потому что они жалкие ничтожества, на самом деле. Привет, брат. Спасибо, брат, за 100 рублей, брат. Так. Муслим, 100 рублей, брат. Как сказать «надергать факты» по-английски? Бля, я по-русски не знаю, что это значит. В значении, что можно единичные случаи найти про любую хуйню, и это не говорит об общей картине. А когда ты выбираешь единичные случаи, есть такой глагол «to cherry pick». Cherry, как вишня. Pick, как собирать. Cherry picking. Отличное есть слово. И кроночечная машина, скобочка. И плебеи. ЭВМ, кавычка, персональный К. Пожалуйста. А теперь идем к серверу. Сервер же это обслуживающее устройство в системах автоматической обработки информации. Дело в том, да. Тут очень важный момент. Да, Витюня купил у меня консультацию и после этого стал популярным. Когда погружаешься в дело, кажется, что это легко. Популярным украинским блогером. То есть у него там ролики миллионники теперь есть на канале. То есть он, блядь, популярный украинский политаналитик в Ютубе. Так что ему тоже помогла консультация по саморазвитию, на самом деле. Но я буду надеяться, что все это шутка. Ты не автоматически обрабатываешь эту... Ну, правильно, надеюсь. Самую информацию. И базы данных ты тоже обрабатываешь не автоматически. Соответственно, а, тогда я знаю, что это разные вещи. И что-то ты ниоткуда-то не оттуда читаешь, потому что сервер специализированный компьютер. Или специализированное оборудование для выполнения на нем сервисного программного обеспечения. Вот видишь, мы с тобой даже прямо сейчас нашли разные определения. Но по факту и компьютер. Ой, блядь, Википедия одна, Руслан, зайди на Википедию, пожалуйста, вбей сервер. Аппаратное обеспечение. Мы с тобой об аппаратном обеспечении говорили. Аппаратное обеспечение — это то, что является железным. Я объясняю тебе. А сервер — это как... Довольный, блядь. Ебло закрылось. Довольный, блядь. Как бы слушает сам себя. И все понятно. А сейчас какая-то хуйня начнется, блядь. И опять непонятно, блядь. Господи, кто ему донатит на стриме? Интересно. Кто тебе донатит, мне интересно. Не, ну, а и как просто донатит там фаната танков, я не знаю. Слушайте, дайте наугад. Он танки стримит. Он рекламирует игру «Викинги». Кто поддерживает деньгами этот контент? Работа информации идет автоматически. Ну-ка донатьте мне быстро. Вы что, разлюбили меня? Донатьте, если вам хочется. Я никого не заставляю, но, опять же, призываю. Ну, по крайней мере, один из них. Карлик готов к дискуссии, но просит от вас 1000 рублей. Да пошел он нахуй! Чтобы из своего кармана ему давать не нужно было. Не-не-не, подожди. Можете потом об этом сказать. Если ты захочешь ко мне на стрим прийти, что вы из своего кармана потратились. Это будет тебе стоить 5000 рублей, потому что ты хуйло, ебаный непопулярный карлик, который нахуй никому не нужен. И ты, блядь, нахуй никому не интересен. Кроме Юрия Хованского. Ну, как бы, не, есть вот люди, допустим, говорю, у меня в паблике Max Power Print Sin, но я его забаню нахуй, потому что, ну, судя по тому, что он восхищается Ежи Сарматом, ну, он, значит, сам ёбаный долбоёб. Ну, по моему оценочному суждению, я в паблике Max Power банил всего 2 или 3 раза, но вот Принц Син забанил, потому что сначала мне показалось, что он может более-менее... Пиздец. 100 рублей. Амбиграмм, 100 рублей. Ха-ха-ха, не уснуть. Почти как про разведчиков Лупу и Пупу, да. Бля, подожди, так это разве не... Ладно. Невнятно писать, но если вот это вот, блять, говно он называет критикой, то ну нахуй в бан просто, блять, тупорылый дебил нахуй просто отправляется. На компьютером, в том числе, как у тебя сейчас, ты спрашивал именно про свой компьютер, за которым ты прямо сейчас сидишь. Это тот компьютер, за которым ты сидишь лично и где не происходит. Вот таких людей большинство, дорогие. Блять, да хорош, почему ты хуйня вылазит постоянно? На что я навожу, короче, мышкой, что вылазит это говно.
Вот, короче, так, бля, я что-то понять не могу. Boomer Technology. На что я навожу мышкой, что вылезает хуйня для подписок? Логотип... А, блядь, у него петух нарисован тут, бля, я логотип его проебал, короче, да. Да, да, точно. Блядь, бля, серьезно? Серьезно, Стас? Стас? А, Стас? У тебя петух на логотипе. Это типа прикол такой. А, это не его канал, бля, это Обломов стрим, все понятно. Фух. Фух, блядь, отлегло. Я такой, бля, что за пиздец, как это вообще возможно? Понимаете, в чем дело? Если бы оказалось, что у Стаса на логотипе канала петух, это бы означало, что у него есть самоирония, понимаете? Да, то есть, что как бы он что-то соображает и так далее. И тогда получалось бы, что я как бы смеялся над человеком, который нарочно выставляет себя тупым. А это пиздец какой зашквар. Это примерно как шутить про Трампа. Про поведение Трампа. Вот, то есть, бля, отлегло. Ух, вообще опасно было сейчас очень. Ух, это не Стас Петух, это друже... Обломов петух. Согласно людям, которые перезаливают его стримы. Автоматической обработки данных в том плане, что ты ее обрабатываешь не автоматически. В целом там идут фоновые процессы, да? Так я автоматически обрабатываю некоторое количество данных. Замечательно. И я могу это делать как на обычном компьютере. Раз ты делаешь это автоматически, пользуясь... Это сервер? То есть обычный компьютер, ну, сервер? Теоретически можно подумать, что у тебя в голове прям сейчас нейросеть, состоящая из нейронов, и ты как бы... Нет, у него нет там нейросети. Я все понял. Это дебаты финского философа Кузьма. Спинозу, ни в коем... Да, я считаю, что... Нахуй про Спинозу! Дай перемотаю на момент, где меня долбоебом называют еще. Как же охуенно. Каждая культура прекрасна в своей самобытности. И вообще, там, если эти люди, у них такие культурные нормы, что у них такие боги и человеческие жертвоприношения... Не, какая-то хуйня про жертвоприношение началась. Меня долбоебом не называют, ну хуя дальше смотреть. Вот это видео... Я, конечно, видел, блядь, вообще не понял, о чем оно. Да, проблема в том, что автор видео долбоёб. Ежи Сармат смотрит. Ну, понятно, чел просто ярый антисоветчик. Думаю, по всей видимости, зовут. Антисоветчик такой прям ярый. Абсолютно не, отбитых, там. Не, ленинист, просто вот, ярый. Пучки 4, 500, я вас аллегорически приветствую. Дело в том, что учусь я на 3 курсе в мае, планирую дальше идти в магистратуру. Я инж.радиоэлектронщик, так вот. Ты часто говоришь о том, что можешь помочь разобраться с типовыми вещами при поступлении в ВУЗ США, просто боюсь, в ВК мои сообщения потеряются. Можешь кратко написать, а я завтра тебе пелену скину. Написать куда, чувак? Обратный адрес какой? Пукич. То есть я могу помочь в общих чертах, то есть в общих чертах советом помочь, короче, как куда там поступать и так далее. А если ты, когда ты там говоришь, инженер, так, угу, ну вполне реально на самом деле поступить. Тебе более детально надо, значит, описать свою ситуацию, но если в общих чертах, вот что я тебе рекомендую.
зайди на сайт studyusa.com/ru. Но чтобы на русском, если у тебя с английским не очень. Там посмотри, какие, значит, есть, в принципе, американские вузы. Там очень просто найти вуз, какой тебе больше подходит, что тебя больше интересует. И начинай подавать. Я не знаю, как у тебя с деньгами, скорее всего, у тебя их нет. Значит, для того, чтобы иметь средства на обучение в США, нужно выбить какие-нибудь гранты. Список грантов неполный. Неполный список. Можно обнаружить на сайте scholarships.com. Вот. Там можно поискать. На первых порах вот такое. То есть я сомневаюсь, что тебе на первых порах нужны какие-то более детальные советы. Начни подавать, потом появятся более конкретные вопросы. Либералов, ватников, коммунистов, блядь. Я маргинал не смотрел, я говорю, я не знаю. Я вот это вот говнище, блядь, посмотрел. Почему мы... Не смотри, чувак. ...их получаем, там, нацистов. Ну, потому что какой-то малолетний долбоёб в 12 лет, вот ему попалось в руки, там, либо Сорокин, либо, там, Майн Кампф, либо Павка Корчагин, либо еще какое-нибудь говно. И все, как бы, и все. И он всю жизнь потом теперь это несет вперед, как, значит... пламенеющее знамя. Поэтому надо очень подходить осмотрительно к таким вещам. Муса работал долгое время кладовщиком. Там... Вот это, блядь, просто охуительно. Так, да. Может быть, остальные 10 треков не такое говно, конечно. Пиздец. Да. Да, замечательный трек мы прослушали сейчас. Божественные рифмы, да. Спасибо за подписку и, блядь, выколите себе ушные барабанные перепонки заодно. Не надо выкалывать себе барабанные перепонки, это опасно. Не надо этого делать, это вредно. Да, я... Нет, не надо этого делать. Странные люди подписываются в данный момент на мой канал, потому что такого топового контента никогда еще не было на моем канале. Да, единственное, сейчас у меня тут кто-то за стеной что-то сверлит. Охуительно, вот это, блядь, обзор. О, он в кадре зато сам. Подождите, мне надо себя чуть-чуть сместить, потому что у нас там есть Еджи. Будет выглядеть, как будто мы с ним стримим. Вообще кто литература? Ну, я это не буду анализировать, потому что это, собственно, в сам трек не входит. Я знаю, а что по треку-то? Это, по всей видимости, прочитаю для аудитории, чтобы они понимали контекст происходящего ужаса. Так. Какая-то чудовищная... Блять, ежи, они реально пидорасы, нахуй. Отрицательно отношусь к гомофобии и вот использованию подобного вокабулярного аппарата Стасом 671, а как просто. Очень плохо. Очень плохо. Чудовищная дрель, подождите, откуда это? Я думаю, это сверху. Господа. Я думаю, ежи серит. Господа, в наш разбор треков Оксаны... Вмешивается природа. Боги не хотят этого разбора. Так, ну что. Нам дрель не мешает, Ежи пишет. Не слышно, почти продолжай. Ну, где анализ, брат? Итак, значит. Ну. Так, она, собственно, говорит писателю вот этому замечательно. Марк, я тебе вообще литературный агент или мамочка? Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу лезть в твои дела, но это юная особа, с которой тебя видели под утро. Короче, будь осторожен. Помехи на записи. Вплоть, да знаешь кого? Гуру? Давай серьезно, если она вдруг потащит тебя на...
фавелу или, не дай бог, к нему, пожалуйста, не ведись на эту хрень про переплетено, в кавычках, и на всю эту... Блядь, начинаешь читать как даун. Не ведись на эту... Как будто, блядь, первоклассника заставили читать по слогам, знаете... эзотерику. То есть вот как бы вот этот литературный агент, она намекает писателю на то, что та девушка вот эта, которая на него произвела на писателя сильное впечатление, она вот связана, видимо, с какими-то сектантами. Ты чё тупой мутак? Ты же это только что зачитал. Нахуй это пояснять? Она же это прямым текстом говорит, а он повторяет это просто за ней и типа расшифровал. Стас, я тебе поясню. Смотри, смысл в том, что Еже Сармату много лет, и он как бы не слушает Оксимирона. Прикол его обзора Оксимирона в том, что он, ну, как бы обязан из-за того, что ему заплатили, прослушать весь альбом и проанализировать текст ебаного Оксимирона. То есть это смешно из-за этого было, когда это вышло только. То есть в этом смысл. Когда ты комментируешь это, указывая на то, что он читает как школьник, это ебаный кринж. Потому что, блядь, в этом смысл. Да, это, блядь, несчастный старик, который вынужден читать, блядь, Оксимирона на стриме. Не говоря уже там о кандидатских всяких степенях и так далее. Охуенно. И может на него негативно повлиять. А дальше идет, собственно, сам вот трек. Мне интересно, трек, значит, анализ трека. Образом. Все переплетено, море нитей, но потяни за нить, за ней потянется клубок, этот мир вертено, совпадений ноль, нить быть... А, нитью быть или струной, или для битвы тетивой. Все переплетено, виден и моток, нитиный комок, и не ситцевый платок, перекати поле гонит с неба ветерок, все переплетено, но не предопределено. А, ну, то есть, здесь вот излагается достаточно любопытная... Блять, ну это реально смешно, как бы, то есть... Какой-то дед, похожий на Джоника Македонского, блядь, зачитывает Оксимирона и начинает анализировать эту срань. Концепция философская, которая состоит в том, что с одной стороны в мире все взаимосвязано, находится в такой, значит, диалектической взаимосвязи, но при этом отрицается детерминизм. То есть все переплетено, но не предопределено. То есть все явления и события в мире, которые наличествуют, они взаимосвязаны друг с другом, но будущее не предопределено, и субъект, по всей видимости, он может сам выступать как некий такой вот творец своей судьбы, но с учетом понимания вот этой вот взаимосвязи окружающих компонентов, в структуру которых встроен и он сам. То есть это, в общем, такая специфическая весьма вещь. Так, далее. Это картина мира тех, кто вашей давно противится, как секта, ведь у него, у всего не единый архитектор, все переплетено. Ну, то есть, смотрите, это и не теистическая, да, концепция таким образом. Да хорош про теистическую концепцию, блядь, про детерминизм, хуизм, блядь. Сервер — это компьютер или нет, отвечай нахуй. Отрицается Демиург и сказано, что... Хуюрк. У всего не единый архитектор, да, то есть концепция говорит с одной стороны... Мой Демиург сосет хуюрк. Стороны о взаимосвязи, но об отсутствии демиурга или детерминизма некого причинно-следственного. Все переплетено, мне суждено тут помереть еретиком, ваша картина мира сетка, полотно,
текстильная салфетка. Ну, здесь как бы речь идет об иллюзорности обыденных представлений, возможно, отсылки к концепту. Блять, он должен не так усложнять текст Мирона, блять. Просто берет, знаешь, его пересказывает и, блять, усложняет. Ну, это же очевидно, блять, все. Тяжело, бля, жить с двузначным IQ, наверное, блядь, я просто хуй знаю. Давайте, знаете что, вот мне интересно, как он... Так, ну что, господа, отзвучала замечательная музыкальная композиция. Ну, что можно сказать сразу вот по... прослушиванию, да, то есть в плане музыкального аккомпанемента это некая какофония звуков таких технических, то есть вообще вся вот эта электронная музыка, неважно, что это там драм, дабстеп и все, что содержит какие-то элементы вот этой вот долбежки, это некое выражение тоски молодежи по шуму заводов, да, то есть... Чего, блядь? Выражение тоски молодежи по шуму заводов. Оксимирон, блядь. Заводской рабочий, блядь, тоскует нахуй по предприятию, собирающего телевизоры Рубин, блядь, и решил из этого альбом сделать. Ты чё, ежу ебанулся, что ли? Выражение тоски молодежи по шуму заводов. Как это вообще могло в голову прийти? Ну а теперь давайте подумаем, что эта тоска все-таки не в голове у Оксимирона, а в голове у потребителей этой музыки. Это они ее слушают, Оксимирон-то ее производит. Тоскует по заводам тот, кто слушает эту музыку. Не тот, кто ее производит. Тот, кто ее производит, может вполне слушать там Брамса. Как бы. А для свиней можно, как бы, и вот это вот говно про Горгород и прочую срань, в принципе. Лить из ушата. Молодежь, она должна у станков стоять, а шляется по улицам. Да, но в плане вот аккомпанемента здесь отсылки к... То есть плагиат наглый фактически из альбома группы Prodigy. Одного из треков группы Prodigy из альбома 96 года, если мне не изменяет память. Ну, не суть. В общем, давайте перейдем. Одного из треков, я не буду говорить какого, просто, блядь, точно помню было, а там сами поищите, там посравнивайте. От долгих слов к разбору треков, с разбору текста трека, собственно. Значит, трек называется «Девочка-пиздец», как уже было сказано. Ну, вообще «Девочка-пиздец» это... как бы выражение внутренней сущности Оксаны. То есть Оксана, она сама по себе девочка-пиздец. Вот, значит, собственно, это некое продолжение вот этой поэмы. То есть наш вот этот писатель в состоянии... Дедушка-пиздец. ...катического опьянения выходит из, значит, с этой вечеринки, с этого фуршета в честь переизбрания мэра. Если... он рофлит, то это смешной рофл, но я уже, блядь, не знаю, учитывая, какую хуйню он несет. Собирается садиться в такси, это я небольшую предусмотрел. Да, учитывая, какую хуйню он несет, может быть, он не рофлит, да. Это, блядь, имело смысл, то, что сейчас сказал. Думать на, блядь, несколько секунд вперед, чтобы, блядь, предложения как-то связывались друг с другом, нахуя это делать, блядь?
Не первый раз же такая хуйня за этот стрим. Вот этих описываемых событий. Зачем? Но тут он... Блять, в обзоре на, блять, я не знаю, графическую карту можно 80 склеек, блять, сделать. И нормально. Нормально. Он замещает, значит, девушку, которая, значит, обращает на себя его внимание, и он просто пленен ее. Красавица. Девушка, ай, какой пиздец. Той и дальше, собственно, трек рассказывает о внутренних переживаниях. Я думаю, реально необходимы дебаты, значит, ай, как просто с Чиж Нью-Йорк. Вот. То есть это было бы охуительно. Все остальное говно. То есть YouTube будет порван. Вот так вот. Звуков. Так, вот, и, собственно, ну, как бы, паук, да, назвал бы это чат кутежа, да, трэш. Да, именно так бы и назвал. Садомия. Но все закончилось, когда он увидел ее. Накалившийся космос, как тостеры, в нем уплотнившийся воздух, и ты вошла в иллюзии. И также вот в одной строчке у него тостер, значит, встречается, который нагревает воздух. А в следующем, значит, масло. То есть, как бы, видимо, Оксана, в этот, когда она сочиняла эти строки, она просто готовила себе, значит, сэндвич и, значит, намазывала масло на хлеб, который из тостера достала. Паук увидел икру. Да, астролом, паук увидел икру. Охуительный обзор. Действительно, блять, вот прям в самую суть глянул. Ну ты не думай. Охуительный обзор. Шишка встала, блядь. Сейчас стены ебать буду. Ну, я жду тебя с детства. А если честно, то жду. Хули, здравствуй. Я дитя бетонной коробки. Ну, тут опять-таки урбанизм, да, выигрывание темы города, как большой бетонной коробки, как огромного человеческого, значит, муравейника, как... Человейника. Думфа, ваусовского человека, пошвенгля. Охуительно. Кстати, вот если киноискусство мы берем, то наиболее ярко этот момент, мотив, он выражен в фильме «Антиутопия», который называется «Бразилия». А с лифтом, где это нужно тянуться до кнопки, где нужно тянуться до кнопки, а ты уверенно ходишь по моему солнечному сплетению луной, лунной походкой. Да, то есть он, когда я увидел, у него, значит, крыло сказал бы... В самом... Ежи фан... О, ты ньюфак. Несмотря на то, что сабскрайбер, все равно ньюфак. Ежи действительно фанат Бабана. Причем дикий. Абсолютно. Блять, короче, в пизду. Я не знаю, вы можете считать его, блять, очень умным, но я вижу просто тупого, блять, долбоеба, который несет какую-то, блять, хуету. Я, честно говоря, вчера, когда нашел... Донат. Альба, 100 рублей. Марго, а ты не боишься, что твой контент... выходит из андерграунда, может потом произойти что угодно. У того же Стаса есть деньги, чтобы тебя найти, и он реально поехавший дебил. Я бы лично начал бы уже наезжать свой револьвер, нанимать адвоката, чтоб точно не посадили, даже подстрелил русского техноблогера в целях самообороны. Нормально все будет. Но начистить, начищу. Разбор с Соколовским посмотрел, я просто охуел. Я там сидел чисто рофлил, но... Когда я увидел вот этот вот обзор от Еджи, блядь, Еджи Сакурайдата, блядь, или как его там, и просто вот какую хуйню он нес, я охуел. Вот действительно, какие-то люди донатят ему, то есть, вы понимаете, ему донатят деньги на то, чтобы он разбирал какую-то хуету. И он... Да, тебя, чувак. Блядь, ну... Хотя бы на уровне 8 класса, пойми, вот ты сейчас себя, например, назвал хуетой. То есть хуй здесь с философией, блядь, с серверами, с компьютерами и так далее. Связи между предложениями, просто на несколько секунд вперед, блядь, можно как-то думать. Чуть-чуть, блядь. Сармат обозревал тебя, ты говоришь, что он обозревает хуету, он обозревал тебя, блядь, понимаешь, ты можешь как-то связать эти две вещи, что, наверное, вот не стоило говорить, что он обозревает хуйню. Видео, где ты обозреваешь его обзор на тебя.
Или, например, если уж ты это сказал, как-то это обыграть, что типа, ой, получается, блядь, это хуйня, блядь, нет, там, я не знаю, как-то иронично, начать кривляться, там, я не знаю, как долбоёб или еще что-нибудь, как там, вроде было бы лучше. Ну просто, блядь, я не знаю, спиздал, даже не заметил наверняка. Чижелей, 100 рублей. Чмо ржет над бывшим продавцом Митинского радиорынка, который закончил 9 классов и сейчас может покупать себе 3 айфона каждую неделю. Бля, хоть 8, реально похуй. То есть, пусть покупает хоть 80 айфонов, блядь, и так далее. Нет никаких претензий к людям, зарабатывающим деньги. Вот, вот еще больше денег зарабатываете, все совсем не ебет. То есть, просто насрать. Это я не про деньги абсолютно. Если бы мы про деньги говорили, то как бы у нас главный интеллектуал это Artifix тогда. То есть, ну, ну в принципе, Artifix умнее, блядь, Стаса, и как просто, блядь, порядка на два, то есть в 100 раз. То есть... Он несет полнейшую чушь, блять, да такие вещи можно делать по, я не знаю, вообще. У меня, в отличие от Стаса, нет претензий к людям, которые, блять, деньги в интернете зарабатывают с вещей, на которые есть спрос. И как, просто 100 рублей. Слышь, я не хуета, я художественный фильм Даррена Аронофски, да, спасибо за 100 рублей, спасибо. Не париться. Блять. Если честно, я вот, ну, немножечко охуел. Ну, тебя же сейчас смотрят. Ну, меня-то смотрят за другие мои стримы. Сейчас, видишь, народ уже меньше тысячи. Обычно, когда я просто что-то рассказываю, какие-то штуки, или отвечаю на вопросы касательно техники, то, ну, зрители... Каждый раз маргинал использует артификсы как мерило интеллекта. Ну да. Умнее артификса? Умен. Тупее артификса? Дебил. То есть тут на самом деле все просто. У артификса в этом плане идеальный интеллект. Можно мерить как вот сторону людей, которые умнее артификса, которые там, знаешь, там таланты, гении и дальше. И люди, которые тупее артификса, которые, ну, типа, совсем дегенераты. Как бы все нормально. Тысячи там. Сейчас начинают падать, потому что я смотрю вот эту вот хуйню. Но ну, как бы вот, вот как-то так получается, что, блядь, я, честно говоря, нахожусь в состоянии ахуя. И есть у меня ощущение, что ахуя этот будет перманентным. Потому что если в современном обществе вот это вот дерьмо, блядь, считается чем-то стоящим, то я просто в хуй. А нахуй мне с ним дебатировать? Я говорю, я за дебаты, но дебаты, которые делаются в форме роликов. Потому что так ты можешь не только аргументировать, используя те знания, которые у тебя есть, ты можешь изучить информацию. Если мы дебатируем... Нагуглить, то есть. Для того, чтобы познать, вот как бы разобраться, где правда или нет. А если просто так, да нет, может быть, он и вынесет. Но то, что он в принципе несет, это хуйня, понимаешь? Он начнет задвигать компьютер. Нет, компьютер сайенс я не забросил. Он начнет задвигать мне просто хуйню, и терминология меня просто сломает. И все. Это же вполне очевидно. Слушай, ну кадавр. Кадавр намного умнее ежи Сармата. Я же общаюсь с Костей. И, ну, он намного умнее. Я же с ним общаюсь, как бы. А я 9 классов закончил. Ну, все. Ну, как бы хотя бы не ЧСВшный, блядь, долбоеб, как. Вот, ладно, посмотрели мы ролик Енжи Циферблата, как его называют у меня в чате сейчас. Я немножечко в ахуе. Пошел я, короче, займусь делами, потому что время уже 6 часов, а я так нихуя не делал. До встречи в пятницу. Ну, я не знаю, а нахуя ему меня приглашать на стрим? Я тоже терминологии как бы сломаю. Опять не получится нормальных дебатов в формате роликов, блядь, со склейками по 80 раз. Запомните, дети. Запомните, дети. Любой человек, который
претендует на то, чтобы делать хоть какой-то интеллектуальный контент. И я сейчас не конкретно про Стаса Айкак, просто он не претендует на то, чтобы делать интеллектуальный контент, насколько я понимаю. Запомните, дети, любой человек, который делает интеллектуальный контент, делает его, блядь, без склеек. Видосы со склейками для долбоебов. Все. Исключений нет. Можете цитировать.